Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Ну, давайте я тогда сама представлюсь. Меня зовут Кузьмина Лариса. Я клинический практикующий, на это делаю упор. Потом дам немножечко разницу, почему я делаю на это упор. Клинический ароматерапевт. Стаж в ароматерапии у меня в этом году 28 лет. Можно сказать, что я стояла у истоков отечественной ароматерапии. Однажды я произвела сенсацию в Британии, потому что впервые за всю историю существования профессионального сообщества я первая россиянка, которая вошла в Международную федерацию профессиональных ароматерапевтов, IFPA, штаб-квартира которой находится в Британии. И точно так же на сегодняшний момент, пока это первое и единственное на всем постсоветском пространстве у меня школа, основатель которой являюсь я, и аккредитацию, конечно, очень сложно, потому что Британия – это очень такая, знаете, бюрократическая страна, и для того, чтобы получить там какие-то документы и какую-то аккредитацию, а тем более россиянам, ну вы это прекрасно понимаете, да, о чем идет речь. Это, конечно, было достаточно сложно, но вот я с гордостью говорю о том, что нам это удалось. И вот на сегодняшний момент моя школа является единственной школой профессиональной, которая имеет международную аккредитацию. Ну что еще про себя сказать? Я автор книг по ароматерапии. Ну, вот у меня тут под рукой одна из них есть. Это вот «Арома Бэби», «Ароматный рай». Кстати, сказать, что книга «Ароматный рай» я специально для нее... ее переделала, редактировала для партнеров Greenway, для того, чтобы ассортимент вот полностью совпадал именно с Greenway. И это, знаете, там такая, скажем, энциклопедия, да, когда у вас появляется в руках вот эта волшебная бутылочка, и что с ней делать, а люди не знают. И вот там полная инструкция, то есть очень широкое такое описание масел и много-много рецептов. Также, ну, вы видели, да, в представлении, может быть, когда вас приглашали на сегодняшний Zoom, кстати, поблагодарите своего наставника Альберта Валиева, потому что, вот вы знаете, это пример того, что умение, во-первых, вести переговоры, а умение дружить. В связи с тем, что он, в общем-то, очень хорошо откликается и дружит с нашим партнером в Казани, с Алсу Бариевой. И, в общем-то, я никогда не слышала никаких от него, знаете, вот возражений, если вдруг к нему обращаешься. И поэтому, когда он ко мне обратился с этой просьбой провести сегодня Zoom для вас, я откликнулась. Поэтому, конечно же, его большая заслуга в этом. Ну и вот, когда было представление, наверное, вы видели, что... Ой, я, знаете, мои партнеры совсем недавно только об этом узнали, то есть я никогда не пользуюсь своими регалиями, потому что, ну, чтобы не создавалось впечатление, что мне намного проще, ну, вот с такими регалиями, да. В 2009 году мое имя внесли в энциклопедию «Лучшие люди России», а в конце того же 2009 года мне вручили медаль за выдающиеся заслуги. Но я считаю, что самая большая моя заслуга на сегодняшний момент, я с гордостью об этом говорю, я еще бабушка пятерых внуков. Поэтому сегодня я вас приветствую, дорогие мои молодые друзья, партнеры. Вот вы знаете, когда решали вопрос, как же все-таки провести Zoom, самая большая моя проблема заключается в том, я не умею проводить краткие, то есть вот сразу честно говорю, что ароматерапия – это моя жизнь, это моя страсть, это мое вдохновение. И вообще-то со мной опасно связываться. Потому что абсолютно любой человек, который хоть немножечко прикасается ко мне, у него не остается другого выбора, как влюбиться в эфирные масла, влюбиться в ароматерапию. Ну, просто выбора другого не бывает. И вы, я думаю, очень сильно надеюсь на то, что вы это прочувствуете, и завтра продуктовый день, который компания для вас подготовила, как раз вот будет очень-очень показательным. Ну вот посмотрим, да, что из этого выйдет. Я буквально кратенько вот так про себя сказала, да, то, что я клинический ароматерапевт, ну, само по себе слово клинический, это подразумевает, конечно же, медицинское образование, практикующий. Сегодня огромнейшая проблема современной ароматерапии заключается в том, что у нас очень много теоретиков. И вы их видите, вы сталкиваетесь.
сталкиваетесь? У вас огромное количество вопросов возникает. Я вижу, когда нахожусь в чатах ваших, я вижу, что возникает как раз вот очень много вопросов по поводу той информации, которую публикуют как раз теоретики, а не практики. Мы это очень быстро, вот профессионалы, вычисляем, потому что мы прекрасно понимаем, что те рекомендации иногда и те дозировки, которые даются, это дает их человек, который никогда в практике не сталкивался с определенными клиническими случаями, с побочными эффектами. И у них создается такое впечатление, что ароматерапия – это что-то такое, ну, несерьезное, в общем-то, но это модное. Вот если в 90-е годы, да, когда я начинала только-только, и нам, мы сталкивались с той проблемой, что это, ну, вообще объяснить, что же такое ароматерапия, то сейчас это настолько модная тема, что у нас другая проблема. Сегодня пытаются коммертизировать и пытаются выжить из этого понятия и вокруг этого просто деньги, и не смотря, вот просто без зазрения совести, не думая о тех последствиях. И поэтому, прежде чем мы сегодня с вами приступим, да, вот к той информации, которую я для вас подготовила, я хочу сказать, вот знаете, я вас удивлю, что ароматерапия – это уникальный метод терапии, но не безопасный. Что еще может быть, знаете, может быть, для вас будет такая новость? Ну, дело в том, что вообще в Greenway я оказалась очень сильно нестандартно. Однажды 5 лет назад, уже чуть побольше 5 лет назад, потому что это был декабрь 2016 года, мне позвонил Леонид Моргунов. Мы с ним были знакомы несколько лет еще до этого. И он просто меня попросил, как международного эксперта, как независимого эксперта, помочь ввести линейку эфирных масел сюда, в Greenway. И только потом, уже позднее, когда я уже поняла, что же сюда выходит за холдинг, что за компания. Кстати, почему я откликнулась? Я очень редко иду на какие-то вот такие предложения, потому что как только я вижу, что за всем, за этим интересом стоят только деньги, только доллары в глазах, я тут же прекращаю вести переговоры. Но здесь Леонид сказал очень важную вещь. Это проект, который позволит нам войти в смеси «Жизнь без химии». И это мне откликнулось. Потому что на тот момент, 25 лет, я занималась профилактической медициной, и мне это очень сильно откликнулось. И в какой-то степени, вот сразу, знаете, вот, чтобы предугадывая, да, ваши вопросы, я на самом деле немножечко подставила Greenway. Это неплохо, сразу же хочу сказать. Я подставила в том плане, с точки зрения, что сегодня нечестные конкуренты этим пользуются. Я тогда поставила условие, что я готова ввести линейку эфирных масел при одном условии, и очень жестком условии. Если будут, если они последуют всем моим рекомендациям безопасности, и на упаковке будет стоять именно ровно то, что я обозначу. Вот то описание эфирных масел, которое вы видите на сайте, это, ну, это плод моего труда, то есть это я делала описание. Но самым главным моментом, который необходимо было на упаковочке указать, это только не для внутреннего применения. Вы знаете, я вообще человек очень толерантный, у меня тысячи учеников по всему миру, и я прекрасно понимаю, что все мы, ну, с разными тараканами, да, но есть такая поговорка: если ты хочешь Ларису Кузьминых увидеть в гневе, спроси у него про внутренний прием эфирных масел. Вот, ребят, сразу же, да, вот чтобы, ну, вы должны понимать, то есть у меня когда профессионально идет обучение внутреннему приему эфирных масел с точки зрения биохимических процессов, у меня там посвящается 4 часа, мы просто не сможем с вами, да, вот это все. И плюс еще 2 курса химии масел, когда происходит вот это понимание. Я как, вот знаете, как я всегда говорю, что задумайтесь хотя бы над одной маленькой вещью, если вдруг вы... Ну, вернее, вы же видите, да, что профессионалы, вот именно профессионалы, не там, ну, вы знаете, какую компанию, да, там, что я говорю, что которая там оголтила, да, момент летела на этот рынок, как бы наплевать. И поэтому в этом отношении, конечно, для меня это является очень-очень важным моментом, поэтому вот мы профессионалы, у нас в Британии, да, там, вот мы кричим о том, что нельзя, вот в первую очередь это безопасность. Потому что помочь можно любым способом. Но вы знаете, у нас есть такая поговорка: одно лечим, другое калечим. И поэтому для меня на первом месте стоит безопасность,
потом помоги. И это все реально, это все это возможно. И человек здравомыслящий, ну, взял бы, да, и в первую очередь, ну, покопался бы и, ну, хотя бы задумался над тем, что если профессионалы сегодня об этом говорят, значит, что-то за этим стоит. Но когда просто вот, а вот та вот компания разрешает, а вот у вас тут вот они не для внутреннего приема, значит, они худшего качества. Нет, это не так. Как пример, вот смотрите, просто как пример, да, чтобы вам было понятно. Вот представляете, у них есть такие ролики, они снимают, что эфирное масло лимона, которое точно так же оно у нас есть, эфирное масло лимона великолепно справляется с наклеечками. Вот знаете, когда... покупайте, да, какую-то стеклянную, там, фужер, ну, вот вообще стеклянную посуду, и вот есть лейбл, да, такой, что, ну, вот, либо там этикетки какие-то, некоторые очень легко отдираются, а некоторые вообще практически невозможны, и клей на них настолько жестко, вот он к ним приделан. И вот вы понимаете, кстати, это один из рецептов сейчас я вам даю, можно капнуть на эту наклеечку, одну капельку, и вы увидите, как очень легко отходит клей. Эфирное масло лимона очень хорошо растворяет вот этот жесточайший клей, который ничем отодрать нельзя. А теперь представьте, тут же они дают рекомендацию принимать вовнутрь с водичкой, освежение, воду с эфирным маслом лимона. Задумайтесь. Знаете, как я всегда говорю, что, во-первых, за детей вы не имеете права, то есть это вот, вот правда, это очень важный момент. И самое главное, ну, подумайте о своем здоровье, не берите грех на душу, когда такие идут рекомендации, потому что эфирные масла вообще не растворяются в воде. И, то есть вы практически концентрированы в эту жидкость, которую мы клей растворяем, да, то есть, и, ну, это как один из примеров я вам привела, чисто для того, чтобы, ну, переосмыслить без знаний там каких-то, да, биохимических процессов. Либо еще пример, да, когда, допустим, мы, ну, для своей фирмы, там, этикетки нам нужно было в типографии. У меня в кармане было эфирное масло гвоздики, и когда они нам говорили, какие они замечательно печатают этикетки, и вот для бензовозов, посмотрите стойки, я говорила, можно мне образец, и я просто капну эфирное масло. Когда я у них на глазах для бензоводов этикеточки, на этикеточку капала эфирное масло гвоздики, и оно растворялось, вот просто растворяло, они в ужасе говорили, ну это же натуральное, вроде как вы говорили. Я говорю, да, конечно, но не все натурально, вот настолько вот так вот безобидно. И вот, ну это вот, знаете, это чтобы вам повод для размышления. И вы знаете, моя мечта, то есть когда я вводила линеечку эфирных масел для Greenway, моя мечта была, чтобы хотя бы одна сетевая компания не вызывала нареканий у профессионалов. Вот услышьте, пожалуйста. И это было самое сокровенное с той мыслью именно с этой мыслью я согласилась, и вот был введен и тот ассортимент эфирных масел, да, который вот он был предложен. Поэтому в этом отношении, конечно же, вот, ну, все, о чем сегодня буду с вами говорить, будем говорить с вами с точки зрения безопасности, и я считаю, что это честно и правильно. Вот знаете как? Волновалась, ночь не спала, потому что, ну, если мы там уже привыкли, да, вот к моей вот этой принципиальности по безопасности, для вас я прекрасно... Ой, меня слышно было? Нет, не было слышно вас. Так, как долго меня не было слышно? Буквально 40 секунд. А, понятно. Я сейчас на 4G переключусь, сейчас секунду. Чтобы с Wi-Fi.
Включить. Включить звук. Вот, отлично вас слышно. Угу. Мне просто не давали включить звук. Я пыталась, мне говорят, организатор запрещает включать звук. Ну что ж, сейчас все хорошо меня, да, слышно? Я просто на 4G перешла с Wi-Fi. Думаю, что так лучше будет. Так вот, я на самом деле очень принципиально в вопросах безопасности. Мои ребята привыкли. Вы знаете, мне намного проще было бы, конечно же, для вас что-нибудь такое веселенькое, да, и легонькое. Я вам это обеспечу. Но сначала все-таки хотелось бы, ну вот о таких серьезных вещах, я думаю, что это честно. То есть честнее будет с вами поговорить о том, чтобы вы не навредили ни в коем случае ни себе, ни своим детям, ни своему окружению, тем более вашим клиентам. Хорошо? Итак, еще один принцип, про который мы сегодня тоже с вами будем говорить, эфирные масла используются только в разведении. Только в разведении. Вот просто примите на веру, а дальше, то есть ну, я говорю, что просто у нас нет времени для того, чтобы уже в терминологию такую, в профессиональную, почему именно так, и вот просто примите это профессионала. Используйте только в разведении. Рецептики вам там интересненькие, я, конечно же, вам дам. Итак, вот смотрите. У меня, скажем так, есть вопрос на обсуждение, да, я для вас подготовила практически по каждому маслу, но сразу хочу сказать, что это будет информация часов на 6, я попытаюсь более кратенько, да, то есть нам, чтобы уложить. Плюс, конечно же, я готова ответить на ваши вопросы, потому что вы никогда не получите ответы на незаданные вопросы. Девиз моей школы, и я сегодня точно так же готова с вами выйти на диалог, если какие-то у вас будут вопросы. Мы как с вами? Начнем с описания масел? Мы вам доверяем, как скажете. Ясно. Значит так, я буду сейчас вас... Я думаю... Во! Вы знаете, я не знаю, вам сказали или нет, что я еще являюсь автором и разработчиком аромароллеров Charme Essential, то есть вот здесь для Greenway, ну, вот наша фирма их производит, то есть оптом, ну, то есть мы изготавливаем, а фасуется уже там, это в Новосибирске, то есть вот это вот, как бы тара, это уже сама Greenway-евская. Вот, и я сейчас вам, знаете, один секретик открою, хорошо? И я прям предупредила... Альберта о том, что я дам кое-какую информацию, которую никогда нигде не давала. Но в связи с тем, что вы супергерои, да, вроде как, ну вот вы позиционируете. И сейчас вы поймете, почему, да, я ну, не могла эту фразу сказать ну, на всю компанию. Но я точно вам могу сказать, что вам просто... жизненно необходимо. Вот знаете, по-другому, ну, никак не скажешь. Вот точно вашей команде нужны как минимум два роллера. А вот один, первый, про который я сейчас вам скажу, именно в вашей команде должен быть у каждого. Сказать почему? Заинтриговала? Это аромароллер «Тонус». Ну, я сейчас вам скажу, да, вот в составе идет фракционно-кокосовое масло, которое само по себе является уникальным косметическим свойствами обладает. То есть мы, кстати, вот когда изготавливали аромароллеры, мы позаботились о вашей безопасности. То есть вот вы уже поняли, для меня безопасность превыше всего. Мы позаботились о вашей безопасности, то есть вы можете, не задумываясь, вот там я вам буду рецепты, да, давать, что какой процент, что, как, вот здесь не задумываясь, вы можете их использовать и не навредите ни себе, никому. Вот на фракционном кокосовом масле. Следующее там идет апельсин, экстракт ванили, гвоздика и лист корицы. Так вот, мало того, что эта смесь идеально подходит для тех случаев, когда вы провели слишком много поздних ночей, работая не покладая рук. Бывает такое? Когда это у нас? Перед закрытием, да,
Эта смесь великолепно заряжает энергией, расслабляет, восстанавливает равновесие душевное, омолаживает тело, разум, дух. То есть это как бы в общем, да? Но если мы рассмотрим по отдельности каждое масло, вот про апельсин мы чуть попозже будем говорить, да, и про его уравновешивающее вот это действие на разум и ум. То есть, знаете, да, то есть иногда мы просто эмоцию, ум отключаем, либо наоборот, слишком заумные, да, а сердце свое не слушаем. Вот апельсиновое масло позволяет как раз вот этот баланс принести. А ваниль – это тоже очень хорошо убирает грусть и депрессию, и очень умиротворяющее такое. Вы знаете, при помощи этого аромата мы становимся чуточку лучше. А вот следующее масло, которое находится в этом аромароллере, ребят, вот запомните – это эфирное масло гвоздики. Мало того, что в ароматерапевтическом масле, ну, как бы его, знаете, как делают трендовым. Ребят, дело в том, что вот если бы это масло гвоздики умело говорить, если бы это масло могло вам дать послание какое-то, да, это было бы следующее. Двигайтесь вперед, заставляйте вещи происходить. И достигайте столько, сколько может ваш дух. Все дело в том, что в ароматерапевтическом мире это эфирное масло супергероев. В аромароллере «Тонус» есть эфирное масло, которое предназначено для супергероев. Поэтому... оно нам напоминает о том, чтобы жить каждый день в полной мере, не останавливаться на негативах прошлого и сосредоточиться на радости. И, конечно же, и мужество дает, и вышибает за пределы зон комфорта. Вот этот аромароллер, ребят, в вашей структуре вообще должно быть у каждого, потому что там есть специальное масло, именно добавленное для вас. Я когда там делала, знаете, эту композицию, думаю, блин, я ведь не смогу это на всю компанию объявить. Ну вот то, что оно специально ваше. Но вот имейте в виду, вы это можете. Там какие-то вопросы? Что-то там такое идет. А? Я потом чуть попозже скажу. Ну и про корицу мы тоже чуть попозже с вами поговорим, потому что оно входит в коллекцию ароматного рая. Ой, ароматного, извините. Вот в коллекцию Greenway. Поэтому в этом отношении это на самом деле просто потрясающий аромароллер, который, ну, по большому счету, он, ну, это ваш продукт. А второй аромароллер, если потом, ну, вот будет интересно, ну, почему именно сейчас, это, конечно, иммунный. Это иммунный, в который я добавила масло Найоли и масло Кайпута, которые невероятнейшим образом работают с иммунитетом. Это мощнейшие антисептики, противовоспалительные, природные антибиотики. И надо сказать, что эфирное масло Найоли великолепно работает с герпесом. И поэтому, ну вот извините, что сегодня там по маслам меня попросили сказать. Это вот готовая формула, лизин, ункария, и наружно, прямо вот на высыпание используйте этот иммунный роллер, который, я вижу, что по отзывам, по откликам очень-очень многим помогает. Чуть позже давайте просто с маслами, то есть я обязательно вам отвечу на ваши вопросы, потому что есть фишки, которые можно использовать, аромароллеры, да. Если от тонуса начинает болеть голова, значит, какой-то компонент, то есть индивидуальная непереносимость какого-то компонента, она может быть. Это первое. Второе. Проветрите помещение. И третье. Попейте побольше воды. Посмотрите, пожалуйста. То есть там, видите, можно диагностически это вообще выявить, почему не нравится то или иное масло. Но здесь это может быть индивидуальная чувствительность вот конкретно какому-то компоненту. То есть это не исключается. Вот. Ну что ж, давайте мы прямо приступим к коллекции. Я попытаюсь очень быстро, и чтобы абсолютно каждое масло, которое есть в коллекции, неважно, кстати, есть оно завтра на продуктовом дне или нет, но это вот чтобы абсолютно про каждое у вас была информация, правда? Продуктовые дни заканчиваются, а жизнь продолжается. Вот первое масло, которое, знаете, я вижу, что оно очень часто звучит в чатах. Я однажды закинула этот рецептик пяточки, да, для пяточек. Но надо сказать, что это же просто, знаете, как, вот почему сегодня с него именно хочу начать, потому что оно недооцененное.
потому что оно обладает такими невероятнейшими свойствами, и в той степени, то есть я же вам обещала, да, кое-что, ну, как вам дать, конечно, магию. Вот магические свойства у каждого масла нужно использовать. Но, во-первых, вы должны понимать, что абсолютно каждое масло, вот смотрите, ребят, абсолютно каждое масло работает в четырех сферах. Первое – это терапевтическое. И вы видите, да, что очень часто спрашивают, что при таких проблемах. И я, как клинический ароматерапевт, больше использую этот аспект. Второй аспект – это косметический. То есть абсолютно каждое масло обладает косметическими достоинствами. Третий аспект – это каждое масло обладает, конечно, регулирует наше психоэмоциональное состояние. В свою очередь, бывает, могут быть гармонизирующими маслами, успокаивающими, релаксантами, либо, наоборот, тонизирующими. И четвертый аспект. Ну, во-первых, абсолютно каждое масло обладает биоэнергетической ценностью. И вот я не знаю, присутствующие, вообще вы как, верите в магию, нет? Ну, вот знаете, что я вам хочу сказать? Ну, я так, как представитель официальной, да, медицины, ну, я вообще такой человек, знаете, больше все-таки, ну, за здравомыслие там или еще что-то как-то, да, то есть я магией не занимаюсь, но вот вы знаете, уникальность состоит в том, что маслам абсолютно наплевать. Верю я в эту магию, не верю я в магию, они все равно обладают магическим свойством. И поэтому, вот знаете, верите вы в это или не верите, вот все, о чем я с вами буду говорить по магическим свойствам, это будет происходить, неважно, там степень вашего доверия там или еще что-то. Вот обладают они таким свойством. И вот масло бензоина, оно, знаете, вообще на самом деле, вот представляете, еще в Древней Греции использовалось. Вы будете удивлены, но даже вот в фармакологических там книгах древних у Нострадамуса очень много рецептов было с этим удивительнейшим маслом. Очень... представляете, его еще, ну вот с 1050-х годов, 1500-й, да, год, именно тогда его начали называть деревом бенджамина, и вот отсюда и происходит название бензоин, но ни в коем случае не от бензин. Некоторые, знаете, так было смешно, когда говорят, что «а вы не могли бы ему дать другое название?» Я говорю, а как я ему дам другое название? Это бензоин, дерево стирокс. Его еще называют стироксовое дерево, да, но это выговорить намного сложнее. Поэтому слово бенджамин, дерево бенджамина идет. И надо сказать, что вот во Франции еще в древние времена его, у него было название легочный бальзам. Вот представляете, смолу, вы уже обратили внимание, да, что оно немножечко такого необычного, да, очень сильно отличается. Вообще, по сути, это резиноид. Это смола, приготовленная особым образом. И вот та смола, которую раньше с этого дерева собирали, ее воскуривали рядом с человеком, который простывал, и какие-то легочные заболевания у него были. Вот во Франции очень широко использовали эту смолу. Так вот, вот за что же отвечают магические свойства? Это процветание и очищение. Ну вот если, вот так, я просто тут перелистываю, чтобы сильно много, да, запомните, пожалуйста, прямо вот запишите, это масло, масло успеха в бизнесе. Вот я очень сильно настаивала на том, чтобы оно обязательно появилось в Greenway, кстати, мы его и поставляем, единственное в России, вот мы его специально для Greenway поставляем. И вот я очень сильно хотела, чтобы оно у вас появилось именно с этой целью, потому что все мы занимаемся бизнесом, и успех он нам всем очень сильно нужен. Также дело в том, что это масло очень хорошо держит энергию и огонь солнечного света, вот если, ну, как бы перефразировать, да, то есть оно нам просто придает энергию. Есть в некоторых источниках, которые вообще его называют «дар Вселенной для радости». Вот ребятишки вообще, знаете, когда даешь его понюхать, они говорят, мороженым пахнет, масло мороженое. И вот на самом деле уникальность его состоит в том, что вот этот вот легкий ванильный аромат, он очень хорошо притягивает ребятишек. И нет, ну, я не знаю, есть здесь присутствующие, которым, допустим, не нравится этот аромат.
Вот аромат вот этой тонкой ванили, он, в общем-то, для всех, для нас, это вот аромат радости и детства. Бензоин помогает нам не сбрасывать со счетов сложные и запутанные вещи, а руководствоваться ими. Он позволяет нам расстановку в мозгах, да, сделать для того, чтобы не запутывать. Вот есть какая-то сложная ситуация, и вы знаете, да, что есть категория людей, которые запутают потом это еще больше. Вот бензоин помогает расставить все по полочкам. А как мы это делаем? Конечно же, мы включаем рядышком, ну, вот, допустим, аромалампу, да, включили, либо, ну, вот, ну, допустим, видите, вот это у меня браслет, такой аромабраслет. Если у вас есть какие-то, да, да, какие-то аксессуары, то есть окутывайте. Есть много всяких фишек, да, допустим, аромафлешка. Работайте за компьютером, закрываете, раз капнули. То есть это масло, которое позволяет вам на самом деле, то есть вот прийти к соглашению с самим собой. Сейчас идет зима, и вот, ну вот мы в Сочи, да, в последнее время проживаем, даже в Сочи есть отопление. И вот это спасение, кстати, вот если нет каких-то там аромаламп, они должны быть тоже правильные. Вот есть батареи, у всех есть радиаторы. Вам что необходимо сделать? Либо вы берете тарелочку и наливаете туда слегка тепленькую водичку и капаете туда, вот потом дальше, когда я буду вам давать рецепты смеси, 6-8 капель из расчета на 15 квадратных метров площади. Вот запишите себе. Вот, допустим, есть, ну вот, площадь комнаты, да, 15 квадратов, 6-8 капель одного масла, либо суммарно, да, вы капнули в эту теплую водичку, поставили на радиатор, все великолепно, то есть это вот, знаете, вариант такой аромалампы, на которую не нужно тратиться. Если речь идет про бензоин, вы вообще, ну, в смысле, еще можно про, ну, и про другие масла, да, берете ватный диск, ну, вот это-то вообще у каждого есть. Капайте по капельке эфирного масла и вот на радиаторы просто кладете, либо прямо туда вот вовнутрь. И во время нагревания этого масла, то есть оно будет истончать очень приятный аромат. Поэтому каждый из вас, ну, вот сможет на самом деле вот такую очень интересную иметь, знаете, вроде как аромалампа отсутствует, аромадиффузоры, да, которые тоже, ну, на них нужно тратиться, здесь у каждого из вас под рукой. Пользуйтесь, пока вот есть отопление, то есть вы можете это все использовать. А дальше, вот смотрите, в Малайзии вообще бензоин используется для сдерживания плохого настроения, а также оно используется очень широко для продления жизни в некоторых областях религии, то есть считается, что оно дает именно это масло молодости. Знаете, когда вот мумии, да, что за мумифицировать, да, там очень часто смолы различные использовали. Вот бензоин – это тоже смола, и оно считается вот как раз, как мы можем это использовать? Ну, вы видите, оно достаточно сложно растворяется, да. Я вам такой секретик даю. Если у вас есть спирт, а вот в спирте оно очень хорошо вот прямо вот растворяется. Вы можете, допустим, взять 1-2 капельки спирта и капельку бензоина, и вы увидите, как оно раз-раз-раз растворилось, и тогда вы уже смесь можете его туда добавить. Потому что в растительном масле достаточно сложно расходится, но и в воде то же самое. Понятно с этим? Понятно объяснила. Вот. И вы точно так же можете вкремить. Вот смотрите, у меня нет, ну, я, ну, больше 20 лет вообще бьюсь за против вредных ингредиентов. Это вообще я, то есть это отдельная песня моя. И здесь я, конечно, очень жестко тоже отслеживала составы кремов. Вот к линейке Хемп у меня нет нареканий. Поэтому вы смело можете добавлять туда эфирные масла, если вы, допустим, хотите усилить их действие. Опасно добавлять эфирные масла, если там есть какие-то химические компоненты, потому что эфирные масла, как транспортеры, глубоко-глубоко в глубинные слои кожи могут все это пронести. Согревает, заряжает энергией. Ну и знаете как?
Дело в том, что очень большая, конечно, коллекция масел, которые обладают афродизиакальными, эротическими свойствами. И надо сказать, что масло бензоина – это одно из таких масел, которое очень хорошо вызывает эротические мысли. Оно вообще, знаете как, вот бывает, да, человек, который поставил перед собой энергетический такой эмоциональный щит, то есть все вот не пропускает к своему сердцу, мальчики, да, вот нравится девочке, не можете прошибить этот эмоциональный, ну что-то, какой-то вот опыт был, да, там, плохой. Девочки, то же самое, да, вот, ну вот не можете пробиться. Вот бензоин пробивает вот этот эмоциональный щит и вызывает эротические мысли. Так что, знаете как, я вообще люблю, да, шутить по этому поводу. Вот я помню, в 90-е годы, опыт был достаточно успешный, да, там, сетевого. У нас была очень популярна такая книга «Флирт. Путь к успеху». И вот реально, да, я вижу, то есть я же наблюдаю, да, там, за вами, все там, там, что мальчишки очень умело пользуются, они даже, знаете, как вот в подсознании. Слушайте, если вы еще добавите эфирные масла, вы увидите, у вас все перевернется в вашем бизнесе, потому что флирт – путь к успеху. А есть масла, которые снимают вот эти вот эмоциональные щиты. Нет. Так, ну, давайте, я думаю, что достаточно, да, тут уже про него так сказала. Запишите, пожалуйста, себе, ну, вот, несколько таких рецептов. Если вы испытываете нервозность, а мы уже говорили, да, что бывает у нас достаточно часто, такая у нас работа. Берете миндальное масло, вот эту бутылочку, 50 миллилитров, капаете туда 10 капель бензоина, 10 капель апельсина и 15 капель лаванды. Это надо себе позволять ходить на массаж, спа там какие-то. Я вас уверяю, дело в том, что я была директором, у меня медицинский центр и как бы и аромацентр, он у нас есть. И когда я, допустим, встречалась на каких-то встречах, да, то есть на каких-то конференциях, я вас реально уверяю, очень редко с моей принципиальностью есть люди, которые, несмотря на себестоимость, да, то есть для меня важно было безопасность. Допустим, у меня запрещено на территории было сотрудникам пользоваться духами. Ни в коем случае нельзя. Но это отдельная песня. И, конечно же, вот и вам не рекомендую делать то же самое. Так вот, что я вам хочу сказать. Дело в том, что очень часто там, чтобы снизить себестоимость, далеко не лучшего качества используются продукты для, ну, для массажа. А это ваше тело. Оно одно единственное. Я вас призываю, вот сделали в бутылочку, да, вот эту смесь, и со своей бутылочкой вы шагаете к своему массажисту, и пусть он вам, вы будете спокойны, вы будете знать, что там все натурально, все безопасно, и, но заодно, это опять же вам как лайфхак, да, то есть это повод для того, чтобы заинтересовать, заговорить, откуда вы, чем вы занимаетесь, и где вы вообще взяли эту волшебную смесь, а вы своими руками из тех масел, которые представлены в компании Greenway. Итак, ну это вот одна из таких смесей. Есть такое понятие, ну вот смотрите, я, конечно, очень сильно благодарна Шумилову. Мы с ним тоже знакомы много-много лет, и вот тоже это тот человек, который я знаю, что насколько вот он зациклен на том, чтобы это эффективность, чтобы там безопасность, дозировки, чтобы были прямо выверены. И вот фунгистоп препарат. Потрясающий, шикарный, но все дело в том, что очень многие, знаете как, вот палка двух концов, то есть некоторые думают, что вот я пью противогрибковую программу, да, и мне этого достаточно, либо другие, допустим, спрашивают, ой, какие масла при грибке, и вот чтобы там снаружи, да, только там помазать. Так вот я вам хочу сказать, что очень важно сочетать внутренний прием БАДов, вот нужно БАДы принимать, фунгистоп просто потрясающий. Исключение, когда вы в чистом виде можете использовать эфирное масло, это когда вы на ноготь, не задевая кожу, вот можете наносить смесь. Вот ту смесь, которую я вам хочу дать сейчас, это называется смесь стопа атлета.
Не знаю, слышали вы такое понятие или нет. Дело в том, что у спортсменов это очень... Опять же, я вам сегмент, да, даю, на кого вы можете выходить. Поверьте, это очень распространенное явление у спортсменов, которые с утра до вечера, особенно у профессионалов, это профессиональное заболевание, когда они с утра до вечера находятся в спортивной обуви, и у них стопы поражены грибком, вот прямо, ну вот стопы. И это называется заболевание стопоатлета. Так вот, смесь просто наносить. Либо в чистом виде вы можете. Итак, 5 капель, 10 капель пальморозы. Ой, пальморозы у нас нет. Я ее хотела, скажите, это я как бы рецепты, да, она не имеет отношения вообще к розе. И 10 капель бензоина. 10 капель бензоина, 10 капель герани и 10 капель пачули. Вот смотрите, ни в коем случае не выбрасывайте бутылочки из-под фолиевых кислот. Идеальнейшая, вот просто идеальнейшая бутылочка вот с этой капалкой для того, чтобы делать чистые смеси, либо ну, там, с растительными, да, эфирных масел. В чистом виде вы ее можете наносить на ноготь. Если вы будете на кожу вот, наносить, то вы берете пол чайной ложки либо миндального масла, либо виноградной косточки, и добавляйте туда 2 капли вот этой смеси, вот из этих масел. До 4 раз в день наносить на кожу. Так, ну у вас молодые, для садоводов, для рук вам не нужно. А вот для груди, я думаю, что нужно. Красоту нужно. Кстати, знаете, что я еще вам хочу, девчат, сказать? У нас у ароматерапевтов есть такая фраза. Если девушка... Что там пишет? Пожелание еще прославить. Смотрите, каплю лавандового масла добавлять в свои уходовые вещи. К 40 годам она будет выглядеть значительно моложе своих сверстниц. Вот надо сказать, что ароматерапия у меня появилась значительно позже, чем мне исполнилось 18 лет. Но я вам точно могу сказать, ну, допустим, мои сверстницы, они уже все седые, я вообще не крашусь. И я когда вижу своих сверстниц, я понимаю, что ароматерапия делает просто ну, чудеса. Поэтому, молодые люди, у меня к вам, если вы хотите, чтобы ваши возлюбленные как можно дольше оставались молодыми, привлекательными, 40 лет, чтобы не заглядываться на молоденьких, а смотреть только в сторону своей любимой, вы дарите эфирное масло лаванды. Девочки, каждая бутылочку берет и буквально одну капельку в крем добавляете. Вообще в любое уходовое средство для того, чтобы сохранять свою молодость. Вот. Так вот, давайте бензоиновый крем для груди. Берете 10 мл миндального масла. Капайте туда 8 капель эфирного масла бензоина. Две капли ланг-ланг и 2 капли герани. Мне буквально вчера раздался звонок, как увеличить грудь. Поэтому, ну, в общем, пользуйтесь. Я хочу, сразу хочу предупредить, эта смесь работает лучше в руках мужчины. Вот кто как хочет понимать, тот так и понимает. А то потом обвинят меня, что я тут это... Не для мужчины, а в руках мужчины. В руках, не для мужчины, а в руках мужчины. Так, розовое дерево.
тоже не совсем недооценено масло, потому что это просто потрясающая вещь. Но мне кажется, для бензоина... Ой, знаете, с бензоином это масло при бронхолегочных заболеваниях. Просто потрясающая вещь. Поэтому, конечно же, вот имейте в виду, что если есть, допустим, кашель у детей, запишите еще один такой рецепт. 10 капель бензоина и 10 капель апельсина. На 50 миллилитров базового масла это у нас в качестве базы выступает либо миндальная, либо виноградная косточка. Растирайте грудь, стопы. Это вот просто великолепно. Бронхолюкс – шикарнейший препарат. Чай дыхательный – шикарнейший. Но добавьте, пожалуйста, эфирные масла, и вы увидите, что это просто, ну, вот невероятно. Почему именно здесь для ребятишек? Потому что очень вкусная смесь, они у вас вырываться не будут из рук. Они с удовольствием, ну, она правда реально очень вкусная. Смотрите, чтоб не съели. Ну, это правда, это без шуток, потому что очень часто бывает, что дети очень вкусные пытаются положить себе в рот. А для взрослых, ну, я вам там потом другую смесь скажу, как бы, можете эту тоже. А ребятишкам вот конкретно эту смесь можно с 2 лет. Вот конкретно это можно с 2 лет. А, розовое дерево. Вот вы знаете, никакого отношения не имеет ни к розе, к розе не имеет отношения. У него в Америке его называют палисандр. Вот если вы где-то, да, столкнетесь, что, а вот у нас, а у вас есть палисандровое эфирное масло? А с гордостью говорите, да, есть. Это розовое дерево. Надо сказать, что очень редкое масло, тоже мы его поставляем, и знаете, я вам хочу сказать, что сегодня, допустим, очень часто можете столкнуться с фальсификатом, то есть парфюмированный. Дело в том, что несколько лет назад его запретили именно из древесины, из коры изготавливать это эфирное масло, потому что просто нещадно вырубали, и просто популяция деревьев стала исчезать. Единственный вид эфирного масла, вот розового дерева, который разрешен сегодня к использованию, это использовать листья и ветки. Более того, вот тот вот производитель, у которого мы берем, ну, то есть мы напрямую работаем с производителями, и потом дальше мы уже отправляем в компанию Greenway. То есть мы растамаживаем все это официально. И надо сказать, что мы выбрали производителя этого эфирного масла, который... Как только они прогоняют, допустим, какую-то партию эфирного масла, они обязательно высаживают саженцы розового дерева. Ну, понимаете, да? То есть это нам очень сильно созвучно. И вы можете, кстати, об этом говорить, потому что сегодня это на самом деле это очень важно. Именно поэтому мы этого производителя выбрали для того, чтобы... Ну, да. Конкретно вот это Бразилия. Страна произрастания. Так, смотрите, ну, во-первых, французская парфюмерия принесла славу этому аромату. Дело в том, что обширная история использовалась в производстве это масло, и Шанель выпустила, Шанель номер 5 в 21 году, как раз вот последняя нота была, заключительная нота в духах Шанель номер 5, именно розового дерева, нота сердца, была вот именно этой нотой. Смотрите, за умную фразу скажу, ну, чтобы вам было понятно, что насколько серьезное, да, масло. Исследование, которое провели в октябре 1995 года, показало, что это масло имеет самый высокий показатель среди всех протестированных масел против роста грамм положительных, грамм отрицательных бактерий. Это очень мощное антибактериальное масло. И вы даже не догадывались, вроде как пахнет, да, таким цветочком с деревом. Очень хорошо помогает при незначительных болях, воспалениях, уменьшает наличие нежелательных бактериальных, вирусных, грибковых проблем. И очень важно снимает мышечные спазмы. То есть вот особенно, знаете, очень хорошо в сочетании розовое дерево плюс лаванда работает. Вот если спортсмены есть в вашем окружении, вот мышечные спазмы очень хорошо снимают розовое дерево плюс лаванда.
Очень хорошо иммунитет поднимает. Прекрасный выбор, для, если вы хотите улучшить общее состояние своей кожи. И еще хочу вам сказать, что это масло выбор абсолютно любого аромакосметолога. Вот у меня есть целый курс, да, по аромакосметологии. И я всегда говорю, что у вас должно быть в ассортименте. Знаете почему? Это самое мощное противокуперозное масло. Вот мальчики, может, не знают, это, вот, знаете, это когда сосудистые, да, вот когда сосуды на лице, купероз называется, и достаточно сложная проблема, и вот эфирное масло розового дерева – это самое мощное антикуперозное. Более того, это масло, ребят, вот при своей такой доступной цене, потому что есть еще одно антиаллергическое, допустим, ромашка, да, но оно очень дорогое, не всем доступно. Так вот, масло розового дерева – это масло, которое очень хорошо помогает людям с аллергическими реакциями. То есть оно снимает аллергические реакции. И самое интересное то, что ну вот за мои 28 лет один раз была незначительная аллергическая реакция очень чувствительной женщины. Ну, это десятки тысяч людей через меня прошли. Вот представьте себе масштаб уникальности этого масла. Более того, ребят, я не знаю, есть ли среди вас такие люди, которые считают, что сегодня от вас отвернулась фортуна? Есть такие? Если вдруг вы почувствовали, что фортуна отвернулась от вас и стала к вам не тем местом, имейте в виду, розовое дерево разворачивает фортуну к вам лицом. Поэтому, если хотите стать фартовым, окружите себя ароматом розового дерева. Ну и кратенько, да, вот, вот прямо 6 основных преимуществ этого масла. Облегчает симптомы депрессии. Есть такие. Ох, сейчас после зимы, знаете, весеннее обострение, я вам хочу сказать, что вот мы врачи, да, как только весна наступает, мы прекрасно понимаем, так, все, шизофреники выходят на охоту. Это вот как раз вот период, когда люди уходят в депрессняк и обострение психических заболеваний. Вот масло розового дерева – это просто вот потрясающая вещь. Смотрите, дам такую вам компоновку. Розовое дерево плюс апельсин плюс лимон. Обалденные духи будут и плюс антистрессовая и смесь антидепрессия. Идет. Очень хорошо помогает с расслаблением. И самое интересное то, что вот вы можете себе представить, что ну, слышали что-то про кортизол? Это гормон, который, это гормон стресса. Бывает, что у людей, которые в постоянном стрессе, у них гормон зашкаливает, и потом весь полный спектр вот этих гормональных, да, заболеваний, то есть, ну, идет на лицо. А вот и с этим, с кортизолом бушующим, просто справиться не могут. Розовое дерево снижает уровень кортизола просто методом вдыхания. Вот представьте себе. То есть окружите себя этим ароматом, и это просто будет потрясающая вещь. Увеличивает либидо. Это афродизиак масло, потому что, ну, смотрите, стрессовый образ жизни часто, ну, снижает, да, скажем так, не хочется, либо не до этого, и вот как раз вот, когда снижается либидо, розовое дерево приходит на помощь, поэтому здесь тоже обязательно. Обработка ран, особенно когда, знаете, вот антибактериальные кремы аптечные, они содержат в себе очень большое количество химикатов, ну, достаточно состав посмотреть. Здесь вы можете свой собственный сделать. Открою вам секретик, что вот V-Lab гель, я при различных ситуациях я туда добавляю эфирные масла. Вот надо обработать ранку, пожалуйста, берете, выдавливаете крем V-Lab, капельку масла розового дерева, обрабатываете раны. Помните, что невероятное это антибактериальное масло. Поэтому вот масло розового дерева – это просто потрясающая вещь. И, кстати, способствует заживлению очень хорошо. Не нравится это масло, единственное, комарам, всяким жужжащим, кричащим. И в этом отношении вместе с лемонграссом хорошо работает. Ну, противовоспалительное при артритах, то есть когда, вот опять же, вы тоже можете либо свою собственную смесь приготовить, либо уже с гелем V-Lab.
еще очень важно, повышает умственную остроту и эмоциональное благополучие. Greenway нам делает просто потрясающие подарки с точки зрения путешествия. Greenway нам организует мероприятия. И сейчас вы знаете, что у нас будет годовщина, и вы прекрасно, может быть, знаете о том, что есть люди, которые безумно боятся путешествовать в самолете. Вот просто очень сильно боятся. Так вот, розовое дерево им в руки. Либо на платочек прямо капают, да, там, ну, бумажные сейчас есть платочки, либо тот же ватный диск. Если у вас есть возможность, ну, индивидуальный ингалятор, не буду вас соблазнять, как бы тут все это показывать, вдруг есть там индивидуальный ингалятор, но самое главное, носовой платочек есть у каждого. И вот вы в самолет садитесь, и если вдруг паническая атака, если вы волнуетесь, переживаете, вдыхайте этот аромат, аромат розового дерева, который вам поможет в ваших путешествиях. Ну, кстати, не только в самолетах, некоторые же боятся и на машине ездить. Ну, и если вдруг, знаете, бессонница вас обуяла, тоже бывает, да, что накануне какой-то поездки вдруг, ну, вот вы не можете заснуть. Лаванда плюс розовое дерево прямо буквально будет спасительной смесью вам для того, чтобы успокоиться, вот эту нервозность убрать. Вот, очень жаль, что нет Альберта, в тундре ему бы там пригодилось. Потому что вот эти вот дисбалансы, ну, кстати, розовое дерево, ой, розмарин надо было с собой взять, потому что биологические часы регулируются при помощи масла розмарина. Ну, вы потом ему передайте обязательно. Вот. Ну что ж. Много, я сильно много, потому что я говорю, что для меня это самая большая проблема, мне всегда хочется дать очень-очень много. Для эротического массажа записывайте рецепт. Без этого никак. Кстати, ребята, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто верит в любовь с первого взгляда? Есть такие? Ага, я. О, вижу организацию. Там, да, подняли. Ребят, фиг вам, я вас огорчу. Не бывает любви с первого взгляда. Бывает любовь с первого нюха. Мы сначала вынюхиваем друг друга. И даже, вот замечали иногда, да, вот человек зашел, он нам ничего плохого не сделал. Вот он еще даже рот не открыл, а у нас уже идет какое-то там неприятие. Либо наоборот, да, вроде плюганенький, невзрачненький такой-то. А раз, и он внимание прямо вот привлекает. А думайте, харизматичные люди, они вот, они сразу же, они пахнут по-другому. Вот понимаете? Мы сначала вынюхиваем друг друга, и только потом, когда нам либо понравился, либо не понравился запах, мы начинаем вот, вот эти, да, то есть либо флюиды любви, и мы, нам кажется, ах, любовь с первого взгляда, либо отторжение, да, идет, он с первого взгляда мне там не понравился. Поэтому, вот почему я еще, я не буду вам с точки зрения биохимии рассказывать, да, почему духи категорически нельзя использовать. Но дело в том, что знаете ли вы о том, что вот почему мы вынюхиваем друг друга? Ой, блин, время. Смотрите, почему мы вынюхиваем друг друга? Дело в том, что мы вынюхиваем иммунную систему друг друга. А вот представьте себе, что, допустим, вот мой любимый муж, да, здесь сидит, вот у него генетически есть определенный набор генов, то есть у него иммунитет составлен, то есть вот передан, да, по его линии, и у него есть генетическая информация, да, заложена, как справляться с теми или иными заболеваниями на определенных этапах, да, жизни. Ну, то есть вот вообще как. Есть я, у которой точно так же мои предки, то есть вот генетически они передавали вот эту информацию. И, конечно же, когда вот это якобы любовь с первого взгляда происходит, мы вынюхиваем друг друга, и вот мы вынюхали, и мы понимаем, что у нас иммунная система, то есть она у нас должна быть противоположная. Она должна у нас отличаться. Потому что в конечном итоге дети, которые у нас потом появляются на свет, они у нас становятся более сильными физически. Знаете, почему сейчас у нас такое огромное количество детей, которые на самом деле больны? Потому что мы забиваем все свои рецепторы, и когда мы, то есть мы не можем вынюхать
друг друга нормально, натурально, натуральными, да, запахами, мы забиваем этой всей этой химией, нос сломан, это, ну, вот у нас есть такой профессиональный термин, нос сломан, и в результате вот мы по каким-то внешним, да, таким параметрам, вот там красиво, вот длинные ноги, вот она там будет, вот там, там или еще что-то, а на свет появляются дети, ослабленные, с ослабленным иммунитетом. Поэтому важно очень, вот я почему вам хочу сегодня много эротических рецептов дать, чтобы это все это было натурально, чтобы не забивался ваш натуральный запах, чтобы это сочеталось с вами. Потому что, знаете, есть еще такое понятие, вот с аромароллерами что происходит? Это не духи, и это не парфюм. Это переключатели эмоционального состояния. И вы, наверное, замечали, что когда вы там на себя наносили, и через некоторое время вы его не ощущаете, но поверьте, люди, которые находятся вот в вашем обозримом, они этот аромат ощущают на другом уровне. У меня что-то смеется над вашими комментариями, я тут не успеваю читать. И что? Девчонки, мальчишки, извините, я не выдержал. Покажите мне Терину. Она, по-моему, для нее персональное каждое масло. Просто очень хочется познакомиться и увидеть на годовщине. Кать, включай микрофон и включай видео. Яна, да, здравствуйте. Все, не мешай, извините. Я не выдержал. То есть он запомнил, для кого я сегодня, да, в первую очередь провожу этот Zoom. И в Москве, надеемся, что в Москве увидимся, да? Вы тоже запомнили, да, у меня мужа? Вот, он с вами хочет очень сильно познакомиться. Итак, записываем рецепт для эротического массажа. Это то, что очень хорошо поднимает ваш бизнес. Розовое дерево плюс лаванда плюс иланг-иланг. Берете каждого по две капельки и берете столовую ложку либо виноградной косточки, либо миндального масла. Либо не смешиваете это с растительным маслом, берете столовую ложку, знаете, идете в аптеку, покупаете самую серую, невзрачную, некрасивую такую соль морскую, ни в коем случае не ароматизированную, не покрашенную, вот прямо самую-самую такую невзрачную, капаете туда, вот, как я вам сказала, ну здесь вы, знаете, можете по три капли каждого масла вот этого взять, наливаете в ванну воды, заранее перемешали соль и эфирные масла вместе и принимайте эротическую ванну. Вообще вот есть такое понятие, что знакомство с эфирными маслами нужно начинать с принятия ванн. Вот если вы хотите себя почувствовать Клеопатрой, если вы хотите почувствовать себя Аполлонами, начните знакомство с эфирными маслами именно через принятие ванн. Боже мой, какое это тело, какой аромат будет истончаться. Единственное, знаете, есть такая засада, если первый раз вы будете эротическую ванну делать, и вы ни разу как бы не ощущали вот этого кайфа, да, вот со своим телом не знакомы, сделайте это до прихода любимого. Ну ладно, секрет открою. Я сама, когда ознакомилась, я сделала себе эротическую ванну, когда я вышла, когда я почувствовала, какой идет аромат, когда я прошла мимо своего любимого, а он пошел за этим шлейфом за мной и стал подходить, и ну вот что-то я вижу, что он какое-то внимание ко мне, а я ему говорю, ты понюхай. Ты посмотри, отстань, да, я себя понюхаю. То есть, понимаете, в этот момент просто хочется с собой познакомиться. Поэтому сперва с собой познакомьтесь, а потом уже вместе с этим знакомьтесь. Избавляет от грусти и разочарования, готовит вас к жизни с новой позитивной точки зрения это масло. Может быть очень хорошо для тех, кто недавно потерпел неудачу и чувствует себя подавленным. Будь с той точки зрения ученых, то есть учения какого-то, профессиональных ситуаций или отношений. И вот несколько капель, добавленные в ванну, принятие ванны розового дерева, оно невероятным образом поможет вам справиться вот с этими неудачами, ребят. Если у вас еще его до сих пор нет в ассортименте, я не понимаю, как вы до этого времени делали бизнес. А если вы сделали, вот Риану тут здесь вижу, да,
Если она успешно до этого делала, а теперь представьте себе, она еще сейчас начнет эфирные масла внедрять, вот здесь Альберту не завидую, придется Альберту догонять Риану. Вот я прям понаблюдаю, что у них там будет происходить. Ну, то есть она с такими силами, у него-то не будет такие знания, у Рианы они есть. Так, ну, дезодорант, ладно, у нас они здесь есть. Про афродизиакальную память хорошо, для памяти очень хорошо. Так, не люблю, конечно, эти вещи вот на такую широкую публику, чисто есть исследования, которые очень хорошо, ну, что масло розового дерева предотвращает рост раковых клеток. Это отдельная как бы вещь, и я вам просто, знаете, для значимости, чтобы для понимания, что ароматерапия, это правда, это очень серьезно. То есть иногда это как бы все вот шуточное, да, вот то фурор, который произвел Иланг-Иланг и, Ирина Журавлева, да, это я ей перед, ну, как перед выступлением как бы фишечки вот эти вот сказала по Иланг-Илангу, ну и вот как бы, да, вот это, да, это все это классно, здорово, но на самом деле ароматерапия за собой таит невероятнейшую силу, и вот вы знаете, это правда, это отдельная, это вообще отдельная область. Так, ну, смотрите, один рецепт еще вам дам, маску для волос. Вот дело в том, что великолепная сухая маска для волос у нас, да, ну, я надеюсь, вы используете вот Шарми. Я вас призываю к тому, чтобы вы добавили, ну, в смысле, вот в эту маску добавили еще обязательно эфирные масла. Вот отдельно просто смесь, опять же, в бутылочке сделайте 20 капель розового дерева, 10 капель лимонного масла, масла лимона, и 10 капель масла эвкалипта. Вот, смотрите, вот у вас эта смесь есть, и вот в разовую дозу, да, вот когда вы будете, то есть вот развели эту кашицу, ну, вот эту сухую маску, и в разовую дозу достаточно 3, максимум 4 капель этой смеси. То есть вот эта смесь у вас надолго будет. Вы прямо ее так и сделаете. Ну, опять лайфхак, да, вы можете вообще просто даже клиентам продавать смесь, ну, в смысле, вот к этому вы продаете... Либо смесь уже готовую продаете, либо вот эти вот 3 бутылочки волшебных и даете ему, им уже вот этот мой рецепт. То есть великолепно укрепляет волосы, особенно сейчас, ну, предотвращает выпадение, особенно сейчас после ковида, это очень и очень мощная такая вещь. И, ну, давайте еще одну вещь, антигравитационная ингаляция. То есть, знаете, да, что гравитация опускает на мышцы, кожу нашу, то есть брыли появляются. Кстати, девочки, я вам открою секрет, мужчины точно так же хотят оставаться молодыми и красивыми. И если они при вас показывают всем своим видом, что вроде как им неинтересно там кремики, там масла там или еще что, когда они остаются один на один, они очень тщательно вглядываются в зеркало и разглядывают свои морщинки. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про своих любимых, это все им точно так же нужно. Можете вместе с ним залезть и эту ингаляцию принять. Смотрите, берете 2 стакана горячей воды, то есть чтобы это не кипяток был, чтобы не полностью там, да, вот это испарялось. Берете 2 стакана горячей воды, капаете туда 3 капли масла розового дерева и 3 капли эфирного масла розмарина. Накидываете полотенышко, закрываете глаза, 10 минут, либо пока вода не остынет. А вот дальше, когда вот вы уже приняли эту горячую ингаляцию, промокнули, и вот здесь на помощь придет. Дальше обрабатывайте лицо. Сыворотки сейчас появились, да? Либо сыворотку наносите, либо бустером орошаете и уже дальше крем наносите. То есть вот вам даю сочетание с разными продуктами, чтобы вы могли это сочетать. Ну и своим клиентам, конечно же, это могли дать. Фух. Нет, не буду сейчас вам кучу вот этого еще. У меня очень много рецептов. Давайте эфирное масло герани. Вообще у каждого масла есть два, ну, в смысле, еще другое название, да.
Вот у масла герани, у него есть второе название, это доктор ухо, горло, нос. Вот все, что связано с ухо, горлом и носом, это эфирное масло герани. Наверное, каждый из вас, особенно бедные ребятишечки, когда они мучаются, да, что не дай бог отит. Ну, смотрите, с детьми это сразу на прием к врачу. Если, допустим, на выходные просто у вас нет, ну, в смысле, вы не можете попасть на прием, это средство скорой помощи будет. Ну и для вас. Берете одну капельку эфирного масла герани, 5 капель миндального масла, перемешиваете. Знаете, что такое турундочка? Это сладкий вот такой вот, да, ну, как жгутик такой делаете, в этой смеси его смачиваете и вставляете в ухо, ложитесь спать. Спите спокойно, а на утро встаете, и вы будете просто поражены и шокированы тем эффектом, который вы получите. Вот почему. Ухо, горло, нос, да. Ну, я говорю, лечебных рецептов много, ну, просто нет возможности сказать. Еще я могу сказать, что когда женщина говорит, что «Ой, мне не нравится этот запах», я говорю, не приперла. Дело в том, что эфирное масло герани, все, что связано с гинекологией, вот все, что связано с женскими, да, вот с этими делами, это, конечно же, эфирное масло герани. Более того, женщинам после 45 лет очень хорошо омолаживает щитовидную железу. И по моей практике, после 50 лет для снижения давления вот как раз очень хорошо эфирное масло герани помогает. Давайте я вам просто... Кстати, опоясывающий лишай, герпес тоже здесь достаточно неплохо, ну вот работает как раз эфирное масло герани. Давайте несколько рецептиков вам дам. Балансирующая смесь для ухода за склонной к жирности кожей. Берете можжевельник 8 капель, герань 10 капель, лимон 10 капель и розмарин 2 капли. Вот такую смесь готовить. Опять же, бутылочку 5 мл, прямо, ну вот можете ее сделать, так она у вас и будет вот для склонной к жирности. А дальше свои уходовые вещи, будь то либо крем, допустим, да, там хем вы будете использовать, либо вы захотите свое масло, допустим, тоже миндальное, да, либо виноградную косточку использовать. На чайную ложечку 2 капельки смеси, вот этой смеси, делаете, и у вас готовый косметический, прямо шикарнейший продукт. Конечно, абсолютно каждая девочка и мальчик, мальчики точно так же, особенно они следят за каждой выпавшей волосинкой, но все хотели бы иметь красивые, блестящие волосы. Давайте дам вам рецепт для усиления блеска волос. Надо такое? Они там все, вы меня все отвлекаете, вы между собой там разговариваете, я не могу понять, то ли вы возмущаетесь, то ли вам там интересно, то ли вы уже обсуждаете что-то, ну как, дальше. Есть силы это еще слушать? Ребят, скажите мне. Так, смесь для усиления блеска волос. Лаванды берете 2 капли, герани 2 капли, иланг-иланг 2 капли, и пачули 2 капли. Используйте либо, опять же, для маски для волос. Но вот видите, шампунь у нас твердый, не знаю как. Вот если кто-то пластинами моет голову, а, в общем-то, ну, там не вижу, скажем так, вреда, да, для волос. Ну, вот мы с маслом макадами, это женские пластины, вот пока не было у нас твердого шампуня, на самом деле достаточно успешно. Дело в том, что масло макадами вообще хорошо за волосами ухаживает. Вот прямо на пластинку капали. Достаточно, я говорю, что на прием где-то 3-4 капельки, то есть вот мы прямо капали, потом разводили и вот этой смесью. Либо в ополаскиватель для волос, вы можете это использовать. Вот. Ну, смотрите, давайте еще балансирующую ночную смесь для ухода. Герань 10 капель, пальмароза 10 капель, можжевельник 5 капель, и лимон 5 капель.
Ну, вообще, знаете, как я вам хочу сказать, ну, вот у меня дочка, то есть у нас дети тоже в Greenway, и все, но сейчас дочка очень сильно взялась за меня тут, чтобы я вообще против вот так вот онлайн различных обучений, но у меня только очное, ну, это профессиональное, она только очное. Но вот сейчас, в феврале, во второй половине месяца, мы запустим бомбический, вот просто бомбический проект, который, я очень сильно уверена, что поможет и партнерам Greenway. Ну, то есть вот мы вообще напросто, ну, там, в интернете. Если подпишетесь на аккаунт, он у меня называется Aroma.ru, мне кажется, вам там давали. Вот. Следите за новостями. Я думаю, что вам очень сильно пригодятся там очень многие вещи. Вот реально, то есть вот, вот прямо, ну вот, чтобы это были дозировки все рассчитаны, чтобы безопасно. И точно будете знать, вот у вас будет куча различных рецептов. Поэтому используйте эту возможность, пока, ну вот, меня раскрутили, раскачали, хотя, ну, очень долго, очень-очень долго это решали. Смотрите, есть великолепный крем антицеллюлитный, да, с одной стороны, ну, вот в Greenway великолепно, все классно. Но очень часто мы ходим на процедуры, опять же, гемолимфодренаж, антицеллюлитный, да, вот, кстати, пользуясь случаем, хочу как преподаватель тоже, да, потому что я очень много работала руками, то есть я и преподаю то же самое. Вот лучше идите не на чисто антицеллюлитный массаж, а гемолимфодренаж, либо лимфодренажный. Это с точки зрения физиологии, там как бы, ну, не будем опять вдаваться. И опять же, я вас призываю, чтобы вы шли со своей бутылочкой на эти, на этот массаж. Тем более весна уже не за горами, поэтому давайте запишите, и мальчики, и девочки. Если мальчики хотите, чтобы девочки рядом с вами были без целлюлита, значит, вы тоже все запишите этот рецепт. Грейпфрут 10 капель. Можжевельник 8. Кедр 5. Герань 5. На бутылы на 50 миллилитров либо миндаля. Но вот здесь конкретно лучше виноградную косточку. Вот конкретно здесь. Так, ну, давайте вам еще рецепт духов дам. На 10 миллилитров основы неплохо миндальное масло в этом отношении работает, потому что оно без запаха, ну, в качестве основы. Если вы хотите спиртовые духи, ну, значит, возьмете 10 миллилитров спирта. Берете 10 капель герани. Если кому герань категорически не нравится, можете заменить либо розовым деревом, либо пальморозой. Дальше берете 10 капель бергамота и 10 капель пачули. Это духи. Вот используйте такие духи. Следующее масло, про которое хотела бы вам сказать. У вас только молодые ребята? Или не только, да, молодые? Так, ну все равно, вы же, ну, знаете, молодость не вечна. Это, слушайте, это я вам точно могу сказать. А еще я вам хочу сказать, что после 50 лет жизнь только начинается. Это я сейчас точно знаю. Вот смотрим на вас, вы еще жить не начинали. А вот после 50, вот как раз вот это вот все и начинается. Но я почему тут на грейпфруте-то, да, сказала? Проводились реальные исследования. Девчат, услышьте, пожалуйста, сильно молодые вы это не используете, а то, ну, как бы так немножко несуразно будете выглядеть. Дело в том, что женщина, которая стончала аромат грейпфрута, то есть на нее наносили эфирное масло грейпфрута, в глазах мужчин выглядела на 5 лет моложе. Ну, вам понятно, что если... Хотите? Я почему сказала, что сильно молодые? Если, не дай бог, тут у вас есть 20-летние, ну, представляете, 15-летние, ну, зачем ей выглядеть в глазах, да? То есть они-то стараются постарше выглядеть. Вот сейчас речь идет про тех, кто хотели бы, ну, в глазах... Проводились реальные клинические исследования, вот такие очень интересные, и это доказанный факт. Поэтому окружайте себя ароматом грейпфрута. Так... Лариса, а можно вопрос вот по поводу духов? Мы берем только, ну, вот эфирные масла или нам нужно основу взять? А я вам сказала на 10 миллилитров основы миндальной. Я прям сказала, что миндальное можете, либо водки 10 миллилитров, ой, спирта. Водки, они не очень хорошо там, ну, как бы, ну... Саша говорит, водку лучше по-другому использовать.
Так, смотрите, в чем интересно. Ну, вообще первоначально грейпфрут называли запретным плодом, что это запретный плод. В магических кругах обладает грейпфрут добрыми, радостными и вдохновляющими качествами. Его необходимо использовать, чтобы активизировать подсознательные связи и, прямо записывайте, вот сейчас прямо запишите, побудить других сотрудничать с вами. Это надо вам? Я считаю, что это вообще, как вы без грейпфрута? Вот, а самое главное, знаете, что еще важно? То есть вот с одной стороны побуждать, сотрудничать с нами – это хорошо, но иногда бывают, знаете, такие павлины-мавлины, которые вот, знаете, собственное эго у них впереди, как, знаете, как это, фары впереди грузовика. Так вот, грейпфрут позволяет помогать избавляться от собственного эго, когда оно вот, ну, просто чрезмерно. И поэтому взаимоотношения потом в партнерстве, они совершенно по-другому идут. Если чувствуете, у вас в команде появились партнеры, которые притягивают к себе, только требуют, то есть я, вообще окружите себя ароматом грейпфрута, вот просто защищайте свою структуру, свое пространство, свои офисы вот от всего этого. Так, ну и давайте вот я вам спрей для тела дезодорирующий. С одной стороны, у нас есть классные дезодоранты, реально классные. Я там, знаете, там говорю, что ну, можно, конечно, эфирные масла еще туда добавить, не будем сейчас с этим заморачиваться. Но вот сейчас вот я вам спрей для тела, который вы можете с собой брать в путешествие для, ну вот, для дальних путешествий, особенно лето, да, сейчас будет, очень хорошо освежать будет. Эфирное масло грейпфрута 5 капель, лаванды 5, лимон 5, розмарин 5, мята 3 капли. Водка, 2 чайных ложки водку мы все-таки это попользуем. Винный уксус, 120 миллилитров. И минеральной воды примерно 2 чашки. Ну, то есть это достаточно большой такой объем у вас будет такого спрея. Сначала вы эфирные масла разбудите водки, водка эмульгатором является, потому что просто в воду, ну, бесполезно не раствориться. Затем добавляете уксус, и вот когда вы уже все перемешали, вы добавляете минеральную воду. Вот, и можете использовать, знаете, только вот когда вы на солнце, потому что здесь цитрусовые масла, они обладают фототоксичностью, а, допустим, пришли в номер, да, в помещении находитесь, душно, невозможно, вот просто вот это освежающее, невероятно, либо вечером, да, для того, чтобы охладить вот это тело под парящим солнцем, то есть это вот тоже потрясающая такая вещь, вот, ну и бодрящий тоник, спрей для тела. Тоже давайте, дам вам. Но это вот те рецепты, которые помогут вам улучшить качество жизни, когда вот уже все вроде как сил нет. Бергамот 10, лаванда 10 капель, мята 5 капель, лимон 3 капли. И точно так же водки 2 чайных ложки, винного уксуса 120 миллилитров, и минеральной воды 2 чашки. Вот все то же самое. Ох, не успеть мне. Все, сейчас я просто смотрю, что. Мне еще ответы на вопросы нужно вам.
Ну, грейпфрут вообще, да, что детоксикация, отвечает за детоксикацию организма. Именно поэтому очень часто, ну, вообще он используется в очищающих программах, массажных, спа-процедурах. То есть вот если вы идете, да, куда-то там обертывание, массаж, принимаете ванны. Если, кстати, проходите процедуры детокса, вот наш, допустим, да, то есть вот смотрите, я, допустим, смотрю, проводите марафоны, детокс-марафоны, да, там коктейли, да, там соки, но вы забываете про то, что нам необходимо дать возможность организму, чтобы вот эту всю интоксикацию снять, чтобы через поры это все это вышло. Так вот, я вас просто призываю обязательно использовать, ну, вот масло можжевельника. Кстати, я очень сильно настаивала на том, чтобы оно появилось обязательно в ассортименте Greenway, потому что это самое мощно очищающее масло. Вот берете можжевельник, берете грейпфрут, да, если какой-то гормональный дисбаланс, там герань можете добавить, и вот она вам готовая смесь, что для ванн, что для массажа. То есть обязательно включайте в свои вот эти программы использование эфирных масел в виде ванн, массажа, ингаляций, но ни в коем случае не вовнутрь. Так. Апельсин. А вообще у него второе название – масло радости. И это тоже очень мощное масло-детоксикант. Оно хорошо сочетается, ну, вообще цитрусы между собой очень хорошо сочетаются, очень хорошо. Кстати, я сейчас себя поймала на мысли, слушайте, я вам столько, что-то, какой-то упор я вам даю там на эротику, да на привлечение, но с другой стороны, ну, мы же общаемся, да. Девчата. Вот сейчас здесь точно парней эта речь не касается. Знаете ли вы о том, что в средние времена женщины использовали аромат апельсина, эфирное масло апельсина? То есть они, ну, вот, наносили там на одежду, либо там на платочек, то есть там в виде натуральных духов. Эфирное масло апельсина для того, чтобы молодой человек побыстрее принял решение на ней жениться. Если рядом с вами находится молодой человек, который долго-долго не решается на какие-то серьезные... И опять для Greenway, да, это вообще... Опять для Терриной. Так, обязательно. Терина, как зовут-то Терина? А, Катя. Катя Терина. Опять Саша говорит, что для тебя здесь. Ты покажи там личико. Ну, то есть это вот на самом деле это то масло, которое вам поможет. Великолепное, я еще раз говорю, это масло радости, поэтому оно очень масло антидепрессант. Плюс это масло, которое именно в зимние долгие времена, вот времена, да, нравится вот именно зимние, потом вот этот этап выхода, да, переходный этап из зимы в весну прошел, сочетание корицы очень хорошо. Плюс масло апельсина хорошо снимает спазм аккомодационной мышцы, спазм аккомодации. Слушайте, мы до сих пор вспоминаем в этом, в Мексике, мы только в вашей команде это видели, у меня Саша до сих пор вспоминает, как они умудряются вот на таком, еще и двумя пальцами печатать, как на печатной машинке, то есть вот вы, да, то есть постоянно в гаджетах, постоянно перед компьютерами, постоянно-постоянно глаза напрягаются, у вас всегда рядом должно быть эфирное масло апельсина, потому что он снимает вот как раз спазм аккомодационной мышцы, вот это напряжение, для того, чтобы впоследствии у вас не было достаточно серьезных. Вдыхать аромат, то есть вот если темная одежда, ну вот сейчас вот, допустим, да, вот я вижу здесь передо мной, в темной одежде можно смело капнуть прямо вот на одежду эфирное масло апельсина, для того, чтобы глаза не напрягать. Антистрессовое очень мощное масло, внешний вид кожи, очень хорошо для стареющей кожи это масло, масло апельсина используется. Ну, вообще абсолютно все цитрусовые масла очень хорошо, знаете, как глубокими очищающими свойствами обладают, поэтому в очищающие средства очень неплохо добавлять цитрусовые масла.
Так, ну тут вот с ферментативной системой очень хорошо работает, но не будем здесь зацикливаться. Но вот самое главное, смотрите, что очень важно, чтобы эфирное масло, вот у тех, кто очень много, либо ребятишки перед телевизором сидят, либо, ну вот я говорю, перед компьютером, перед телефоном, обязательно добавляйте, ну вот вокруг себя окружайте маслом апельсина. Хорошо, чуть попозже я отвечу. Угу, хорошо, хорошо. Так, перелистываю. Масло кедра. Использовалась с древности для удаления проклятий и очистки пространства. Вот если вы хотите, ну, вообще его нужно использовать в качестве средства защиты от негативных энергий. Как только почувствовали, что над вами сгущаются тучи, слушайте, мы реально думали, что вы, ну вот у меня Саша просто засмеялся, говорит, ой, то же самое, что и на наших зумах, да, там микрофоны не отключают, там, ну вот это вот идет. Вот, ребят, если вы думаете, что в других структурах, ну вот иногда же бывает, ой, а вот у них там лучше, а вот у них там лучше, у всех все одинаково. И я уверена, что точно так же вы сталкиваетесь и с негативными какими-то моментами, да, ну есть такая категория людей, которые, ну, не могут без этого. И если вдруг вы видите, что вот начинает, да, вот этот вот негатив скапливаться, срочно в офисе, ну вот я говорю, что на батарее тут же выкладываете ватные диски с маслом кедра, защищайте свое пространство, потому что это на самом деле очень и очень важно. А вообще, вы знаете, очень интересно то, что, ну вот мало того, что кедр используется для отражения негативных энергий, которые могут блокировать ваши психические способности, с другой стороны, у масла кедра есть второе имя. Это масло сообщества. Дело в том, что масло кедра объединяет людей, чтобы испытать силу и ценность сообщества. Оно вдохновляет чувство принадлежности, помогает сердцу открыться, чтобы получать любовь и поддержку других людей. Вот мне кажется, это настолько важное масло в нашем с вами бизнесе, потому что реально, ну вот мы сталкиваемся очень часто вот с такими вещами, но и самое главное, вы знаете, чтобы ценность команды, да, ценность команды образования, вот почему я не люблю онлайн? Вот, блин, вы бы сейчас сидели бы здесь у меня, мы бы все сейчас пронюхали все эти масла, я бы обязательно вам дала вот тоже масло кедра, и вы бы почувствовали это единение, вы бы поняли, что насколько ценно, насколько важно, что все мы здесь вместе. На будущее очень сильно рекомендую, да, вот на будущее. Вот взяли, сказали, вся коллекция перед вами стоит эфирных масел. И, допустим, вы говорите про какое-то масло, так, взяли масло кедра, все вдохнули. Ну, хотя бы вот так вот на расстоянии. Так, ну буквально, давайте вот один рецептик вам дам. Смесь для аромалампы, для диффузора, либо, ну вот я говорила уже, что просто там на тарелочку, да, на блюдечко, на батарею, помогающая снять напряжение в конце дня. Вот очень важно. Берете кедра 3 капли, апельсина 2 капли, лаванду 1 каплю. Слушайте, ну вот это я не могу, вот эти два рецепта, потому что раз вы спрашиваете про ребятишек, про детей, давайте, ну вообще-то и вам тоже всем. Давайте первое, вот еще сейчас одну смесь. Смесь, помогающая сосредоточиться. Надо? Надо. Я думаю, что бывают ситуации, когда вот просто, ну, допустим, дети там сдают экзамены, да ваши клиенты могут обращаться к вам как вот леденцы, да, для мозговой деятельности, флаг вам в руки. Вечером стресс-аут, а в течение дня смесь, помогающая сосредоточиться. Берете перечная мята, 2 капли, ну, наша, ну, мята, эфирное масло мята, лимон 4, бергамот 4 капли, розмарин 2 капли, кедр 2 капли,
Либо, ну, есть аромамедальоны, да, там аромакулоны какие-то, то есть одну-две капельки капаете либо в аромакулон, либо просто капаете на ватный диск рядом с собой, либо там вот есть, если там аромафлешки, значит, втыкаете там в компьютер, капаете одну-две капельки, то есть буквально вот достаточно, либо вообще просто на носовой платочек, бумажный носовой платок, одну-две капельки капнули и вдыхаете этот аромат. И вот следующая смесь, которую мне все-таки хочется вам ее дать, это она так называется «Трудное домашнее задание». Вот бывают ребятишки, она помогает школьникам сосредоточиться. Сколько сейчас рилсов этих выкладывают, сколько видюшек, что когда над детьми смеются, да, когда он ревет, плачет, что я не могу понять. Возьмите, помогите, берете мяту, 3 капли, лимон, 2 капли, кедр, 1 капля. В аромалампу, точно так же на платочек. Либо рядом там, да, ватный диск кладете. То есть вот те, какие аксессуары у вас, аромаксессуары есть, вы их просто используете. Следующее масло цитрусовое – это масло бергамота. Если у вас его нет, я не знаю, почему его до сих пор у вас нет. Потому что это масло, которое притягивает удачу. Вот если, знаете, идете на какую-то сделку, вот у меня уже сидит и вдыхает, вот видите, у меня тут помощник какой, обожает он все масла, все, что я вам говорю, он сидит и это все нюхает. Вот хотите, допустим, сдаете какую-то дипломную работу, там, или там, ну, ЕГЭ там немножко сложнее, да, чтобы там прийти с бутылочкой капнуть, но вот сдаете дипломную работу, капните вот буквально капельку, либо на какую-то сделку идете. Вот это то масло, которое помогает вот именно делать удачу. У нас просто есть в практике, вот у меня в моей книжке «Ароматный рай», да, там есть, я из древних фимиамов брала рецепт по притяжению денег, и вот есть одна девочка, которая реально, она просто большие бабки зарабатывала только на то, что она продавала вот эту денежную смесь. И при мне была ситуация, она заходит к нам в офис, ей звонит там бизнесмен и орет в трубку: у меня закончилась денежная смесь и масло бергамота, срочно, у меня завтра сделка, мне нужна удача, чтобы вот были деньги. Поэтому вот в этом отношении на самом деле даже не догадываетесь о том, что вы очень много теряете денег даже в плане того, что есть реальные бизнесмены, которые верят в это. Но я же вам уже сказала, что верите вы в это или не верите, никого вообще не волнует. Масла это не волнует. Они все обладают магическими свойствами, и они однозначно помогают. Вообще, магическое использование бергамота, оно, как правило, используется для вызова высших сил. Рассеивает демонов уныния, депрессии, очищает разум и дух. Надо сказать, что, как и другие вообще цитрусовые масла, он может использоваться для повышения уверенности в себе. Вот если только потеряли вот эту уверенность в себе, начинаем дышать эфирным маслом бергамота. Во-первых, он защищает от негативных воздействий, ну и помогает вот к высшему «я» и помогает в достижении цели. То есть вы на самом деле реально, то есть, ну вот, начинаете верить в себя. Хотите вернуть эту веру, значит бергамот. А еще его называют масло самопринятия. Вот еще раз говорю, что оно избавляет от чувства отчаяния, сниженной самооценки, и это очень важно в нашем с вами бизнесе. Как только вот знаете, господа наставники, к чему я вас призываю? Вот вообще очень легко можно справляться с этими, с возражениями. Кстати, я это делаю своей структурой. Звонит, начинает, ну, все не так, вот это, в общем, вот это. Я говорю, так, пошла в РЦ, купила масло бергамота. Вот пока нет масла бергамота, дальше мы разговаривать не будем. А я-то точно знаю, они начинают вдыхать, начинают нюхать, у них повышается самооценка, у них там все просветляется, да уже все, и мне уже звонить не надо будет. Вот хотите свое время высвободить от таких людей, у которых снижена самооценка, срочно им в руки масло бергамота. Вообще очень помогает взглянуть на жизнь с большим оптимизмом.
мята, ну, с ней намного проще, потому что на самом деле это масло, которое у нас с детства, да, ассоциируется, то есть, ну, оно понятно для нашего восприятия. И вот самое главное, знаете, что вот я на чем хотела бы здесь акцентировать ваше внимание. Ну, это масло концентрации, оно позволяет вам избавиться от запретов и вот на самом деле сосредоточиться на том, что нужно. Вот это очень важно, ну, вот запреты в обществе, допустим, да, какие-то. Либо вчера я там в Инстаграме писала, она говорит, ой, у меня муж бизнесмен, и мне бы вот вообще стрёмно было там принять предложение заниматься какими-то тряпками. Ох, я там ей написала, что именно только потому, что я бизнесмен, слушайте, у нас семейный бизнес 28 лет. И он у нас успешный. Мы вообще абсолютно нестандартные партнеры Двинвей. Если многие рассказывают про какие-то свои неудачи, мы сюда пришли априори самодостаточными, богатыми, то есть с хорошим крупным бизнесом. И почему я на это откликнулась? Я вам уже сказала, миссия, слушайте, меня даже больше знают за рубежом, нежели, да, чем в России. И именно я, такой статусный человек, именно я, который обладает большим авторитетом, кто, как не я, должна говорить об этой миссии? И что это стрёмно? Вот стрёмно, когда вот вы, скажем так, вот начинаете вот такие вещи. И вот как только вы слышите, да, вот, ну, такие вот, что столкнулись с таким возражением, мяту в руки и вперед. Вот все запреты снимает. Лариса, вот ребята просто кричат, я как рупор нашей команды, все просят денежную смесь. Просто вы ее не назвали, а все запомнили, вот, поэтому мы ждем. Да сейчас, ну, сейчас подождите тут до этих, будут же вопросы-ответы. Так. Мята, что еще? Так, не хватает мотивации, используйте масло, чтобы заставить течь творческий сок. Поднимает настроение, омолаживает сердце и разум. Очень хорошо помогает подняться над стрессом, болью, грустью, страхом и вернуть чувство интереса и радости к жизни и своей роли в ней. Понятно, вот как возвращать? У меня где-то я книжку свою не могу там найти. Пусть Наташа тебе скажет там. Лариса, скажите, пожалуйста, вот. В вашей книге все это есть, да? То есть мы вот... Да. Нет, вот этих рецептов нету. Смотрите, я почему не люблю, как бы, да, вот все, что есть в моей книжке, можно прочитать. Она сейчас, тираж просто закончился, очень многие РЦ, она, ну, вот была, то есть Леонид сначала у меня ее просил, чтобы я ее отдала, ну, как бы, Двинвей, поэтому я переделала. Потом мы решили, что, ну, вернее, позиция, вы знаете, да, что у Двинвей, то есть они не стали печатные издания выпускать. Ну и поэтому как бы вот она, ну как бы вот осталась на то, что, ну вот когда заказывают, то есть, ну они, то есть Леонид Григорьевич знает про нее, про эту книжку, потому что я специально говорю, то есть она у меня в первой редакции, то есть она у меня была там, ну, немножко с другим ассортиментом масел. Сейчас закончится тираж, вот буквально, ну я не знаю, когда вот Александр у меня закажет в типографию, через месяц точно она появится, там есть все рецептуры, и я не люблю ее повторять, ну в смысле, то, что можно прочитать, зачем мне вам сейчас давать время тратить, когда я вам сейчас могу дать как бы немножечко другие вещи. Хорошо? Вот. Лаванда. У него второе название – масло мама. Вот мама успокоит, мама погладит, мама спать уложит. Вот это вот мамское такое масло. Но мамское – это не значит, что только для женщин. У нас был период, когда весь месяц у нас спальня просто благоухала лавандой, потому что мой любимый просто обожает эфирное масло лаванды. Поэтому в этом отношении, на самом деле, вот это масло абсолютно для всех и каждого. Вот самый такой, знаете, простой рецептик, плохо спит ребеночек, либо вы там не можете заснуть, на дальний конец уголка подушки одну капельку лавандочки капните и будете спать. Будете спать, как ребеночек. Конечно, это масло противоожоговое, противовоспалительное, но нас, вот именно нас, если касается бизнеса, это масло общения. Это масло, которое помогает в словесном выражении и успокаивает неуверенность, которая может возникнуть,
либо когда кто-то рискует своими истинными мыслями и чувствами. То есть вот, вот неуверенность существует, да, что вот я не знаю, правильно я делаю, неправильно. Вдохни аромат лаванды. Вот все расставит по местам. Поощряет эмоциональную честность. Настаивает на том, чтобы человек высказывал свои самые сокровенные мысли и желания. Поэтому, знаете как, ну вот масло лаванды открывает истинное «я». Вот если вы к этому готовы, либо вы хотите, чтобы человек, который... Ну, вы же знаете, да, когда мы начинаем, ну, приглашаем на собеседование, хотят показаться, ну, такими, не быть оказаться, да. Вот лаванда срывает эту маску и показывает истинное «я». При солнечных ожогах это очень важно, поэтому запишите. Берете лаванды 5 капель, берете мяту 5 капель и добавляете в миндальное масло либо виноградную косточку, вот эту вот бутылочку 50 миллилитров, вот эти вот лаванду и мяту. И вот после того, как вот, не дай бог, обожглись там или еще что-то, на Мальдивы поехали, загляделись на эти шикарные пляжи, обязательно берите с собой, вот знаете как, если речь идет про экологию, вот вы уже следуете этим принципам, потому что когда я вижу, приезжают, ну вот допустим, в эти поездки, Макс Мастерс, либо Гранд Парадайз, и я вижу, что используют средства, вот эту сильнейшую химозу, которая уничтожает кораллы, рыбы там, да, посмотрите, какая пленка потом на море, ну о какой экологии идет речь, возьмите, сделайте свою смесь, и защищайте себя именно тем, что у вас есть под рукой. Благо, что у нас есть много инструментов, которые, ну, вот здесь продукция, которая помогает все это сделать. Розмарин. Ну, это масло, которое, это на самом деле просто потрясающее масло. Вот смотрите, очень много вопросов после ковида, да, снижение обоняния. Нет того масла, которое, ну, как бы на первом месте стоит, это базилик. Но у нас есть эфирное масло розмарина, которое очень хорошо стимулирует обонятельный центр. И вот если снижено... Вот вообще, когда говорят, что вот как восстановить обоняние, вообще вдыхайте эфирные масла, вот, вот любые. Но упор делайте на эфирное масло розмарина, потому что это масло уникально вот просто по своим свойствам. Более того, это еще у масла розмарина есть второе название, это масло памяти. Когнитивные способности снижаются после ковида, люди многое забывают, и поэтому масло розмарина здесь просто может прийти на помощь. Вот даже не буду здесь смотреть по записи, то сейчас я, у меня уже следующий зум будет с командой тоже, ну, с моей, моя команда будет ждать. Смотрите, масло розмарина еще чем уникально? Оно уникально еще и тем, что отпугивает... злых духов. Я сейчас вам дам рецептик, вот чтобы свой дом, свой офис защитили. Вы знаете, бывают такие негативщики, да? А, может быть, ну, вот, знаете, как соседка пришла в дом, вот вроде ничего плохого не сказала, но вот она вот походила, уходит, и вы понимаете, что висит, как вот, ну, она с плохим сердцем пришла, с плохими мыслями. Либо подружки такие, знаете, есть, да, которые вот забежала, вот там очень же любят, да, что это ж классно, то есть пока все хорошо, завидуют, а вот если, не дай бог, у подружки там что-нибудь муж накосячил, либо друг, вот здесь пошел, да, вот здесь вот этот негатив, вот чтобы прочь вот этих всех, вот, ну, вот этого всего там, и плохих соседей, там, вот этих подружек, которые именно на негатив, берете мешочек, можно холщовый какой-нибудь или что-то, ну, вот берете мешочек, берете туда щепотку риса, и капайте 3 капли эфирного масла розмарина. И вешайте над входной дверью. Знаете, как мне потом обратную связь, звонят и говорят, Лариса Владимировна, вы представляете, у меня соседка вечно все приходила, то вот после нее мы то ссоримся, то еще что-то. Вот вроде ничего плохого, но вот всегда вот я обращала внимание. Тут звонок в дверь, я открываю, стоит Марья Ивановна, только шаг сделать. Она, я ей говорю, ну, проходите, она,
Ой, да нет, я тут хотела тебя только спросить. Она, говорит, даже шаг за порог не сделала, не смогла. Вот это вот, если вы хотите вот защитить свое жилище, да, то защищайте, пожалуйста. То есть, ну, вот я вам такой рецепт дала. То есть, вот, кстати, великолепно. Вот розмарин – это масло и творчества, и памяти, да? Так вот, если вы хотите взять магические свойства розмарина в свою повседневную жизнь, то он уравновешивает поток ваших мыслей и творчества. Вот если хотите, чтобы вот мысли там, ну, в смысле, иногда, знаете, такой хаос бывает, блин, давайте, ребята, конструктивно, давайте мозговой штурм. И вот пошел, знаете, иногда плещет из них, они ничего не понимают, что они говорят. Вот для того, чтобы это творчество в нужное русло и мысли сконцентрировать, вот, пожалуйста, масло розмарина. Духовной защитой является ванна с эфирным маслом розмарина, снимает все заботы и укрепляет дух. Дает уверенность в себе, ясность ума, помогает сосредоточиться на намерениях и для преодоления апатии, инерции тоже это эфирное масло розмарина. Если вы, да, все, сейчас буду заканчивать. Если у вас есть спортсмены в окружении, мышечные боли, вот после тренировки это масло восстановления великолепное, смешайте. При мышечных болях 10 капель кедра, 5 розмарина, 5 эвкалипта и 10 капель лимона с 50 миллилитрами жожоба. Ну, лимон – это вообще, это масло тоже очень помогает хорошо сосредоточиться. Очень быстро уже скажу, потому что мне тут уже показывают, что нужно закругляться. Смотрите, очень быстро. Масло иланг-иланг. Мощнейший афродизиак. Я сейчас вас огорчу немножко. В Индии его называют жасмин для бедных. Но достаточно дорогое масло. У нас оно, знаете, это ни в коем случае не для бедных, а для изысканных. Очень коварное масло. Ребят, вот если вы добавляете его куда-то в смесь, его должен быть след, шлейф. Если переборщите, то оно может вызвать даже, знаете, такое отторжение. Будете удивлены, но вот моя практика, да, вот за долгие годы показывает, у некоторых мужчин запах иланг-иланга, знаете, ассоциируется со старостью, либо с сундуком старых вещей таких. Представляете? Это была ситуация, когда жена решила эротическую обстановку создать и улилась маслом иланг-иланга. Вот. Поэтому вот в этом отношении иланг-иланга чуть-чуть только след. И самое главное, вот знаете, что масло иланг-иланг, пожалуйста, не говорите, что притягивает мужчин. Был просто смешной случай, когда партнер говорит: о, масло иланг-иланг притягивает мужчин. Он говорит: это что, ко мне мужики липнуть будут? Благо, я рядом стояла и говорила: масло иланг-иланг притягивает лиц противоположного пола. К мужчинам будут липнуть женщины, к женщинам будут липнуть мужчины. Единственное, гипотоники, будьте аккуратны. Масло очень сильно снижает давление. Это масло для гипертоников. А вот розмарин, гипертоники, будьте аккуратны, потому что розмарин повышает давление. Ну и в заключение масло пачули. Слушайте, недавно увидела в чате, там вот обсуждение, одна девушка пишет: скажите, пожалуйста, кому-то нравится масло, запах масла пачули, а то все тут писали, я купила, сейчас не знаю, что с ним делать. Я вам открою такой секрет. 80% людей, которые впервые вдохнули аромат пачули, он им не нравится. Спустя некоторое время, когда вы включаете обонятельные рецепторы, когда вы совершенно в другой как бы мир входите, да, спустя некоторое время эфирное масло пачули не нравится только 20%, а 80% к нему относятся очень и очень положительно. Тем более, когда они узнают, что именно так пахнет новая пачка 100-долларовых купюр. Вот хотите знать, как пахнет вот новая, вот только-только новая пачка 100-долларовых купюр? Вдохните аромат пачули, и вы поймете, как это пахнет.
Мне, конечно, как ароматерапевту очень обидно, когда я спрашиваю, а что вы знаете про пачули? И все говорят, оно притягивает деньги. Да. Но дело в том, что это невероятнейшее масло фунгицидное, это противогрибковое масло очень мощное. Более того, мы его еще называем как масло-конструктор, как архитектор. Вот знаете, бывает, вот вы сейчас тоже очень многие работаете, да, с программами снижения веса, скинули, обвислость идет, кожу-то куда девать. Либо там лицо особенно, вот оно очень хорошо работает с тургором кожи и очень хорошо конструирует, поэтому добавляйте в массажные смеси масло пачули, вот просто великолепно. Сочетание с бензоином, бензоин плюс пачули, невероятная заживляющая смесь. Трещины на пятках как будут заживляться, это вообще просто невероятнейшим образом. Есть один маленький секрет, ребят, пачули создает энергию денег. Энергию. Очень многие, когда я вижу, что люди капают пачули прямо на деньги, нельзя. Они создают энергию, и деньги уходят, как дети в школу. Капнули, они ушли, энергию придали. Пачули нужно капать туда, куда вы хотите, чтобы они притянулись. В пустое отделение кошелька. Ну, где вы хотите? В тумбочку. Кто-то в носок. Ну, там... Ну, где хранят, да, прячут там от жен. Вот куда вы хотите, чтобы это притянулось, вы капаете именно туда. Но это когда мономасло. Но если вы в смеси, вот денежная, да, если вы в смеси будете использовать, то вы, вот денежная смесь, она прямо на деньги наносится. То есть в смеси пачули можно, как мономасло, оно придает энергию. Поэтому это вот есть такой маленький секретик, о котором вы обязательно должны знать. Ух, слушайте, я еще раз говорю, вот у меня, знаете, когда школу читаю, я провожу, у меня идут занятия по 12-14 часов с 30-минутным перерывом. Я могу работать много, я могу говорить много. Когда 11 час ночи, я обычно, знаете, как говорю, что вы никогда не получите ответ на незаданный вопрос, но когда 11 час ночи, я добавляю, сами виноваты, сами спросили. Я всегда отвечаю на вопросы. Поэтому, ребят, можете задавать, но сами виноваты. Если спросите, я буду отвечать. Да. Про детей. Смотрите. Вот, смотрите, вопрос вот еще. Лист корицы. Я настояла, чтобы это была не кора корицы. Кора корицы – это очень токсичное масло. Даже в ассортименте профессиональных ароматерапевтов это масло, которое мы очень-очень с осторожностью. Оно идет с ароматом, ну вот, при более привычной корице, но оно токсичное. Помните, я сразу же говорила, что для меня безопасность, она была превыше всего. Я настояла, чтобы это был лист корицы, это масло более мягкое по действию, но в процентном соотношении, то есть если в корице там коричный альдегид, химический компонент идет токсичный, то в листе корицы больше процент идет эвгенола. А эвгенол – это основная составляющая масла гвоздики. Так вот, эвгенол, он обладает вот ароматом гвоздики такой, знаете, именно поэтому лист корицы, некоторые говорят, а что это у вас масло-то мало корицей пахнет, он с гвоздичным запахом. Вот имейте в виду за счет химического состава этого масла. Это первое. Что еще возникает вопрос? Так называемые конкуренты, которым абсолютно наплевать на безопасность, они очень часто говорят, что наши масла можно принимать там вовнутрь там, или еще что-то, потому что они у нас очищены. Сразу задавайте вопрос, от чего? Вот при, если правильно приготовлено масло, его очищать не нужно. Я-то знаю, что там делается. Ну, как бы вот, знаете. Вот. И самое главное, они произносят фразу. Они у нас имеют терапевтический класс. Имейте в виду, это маркетинговый ход. Нет такого понятия терапевтический класс. Есть масло 100% эссенциальное, то есть 100% эфирное качественное масло, которое априори, если оно чистое, если оно натуральное, если оно правильно приготовлено, оно априори обладает терапевтическими свойствами. Класс терапевтический, вот отдельный класс,
это маркетинговый ход неких американских компаний. Более того, зайдите ко мне в Инстаграм на страницу, подпишитесь, во-первых. Ты что, я тут столько, да, работаю. А, вот, смотрите, вот зайдите, и там есть... Вы увидите, вот кто в Мексику ездил, да, там, ну, вот фотка вот с этого там, ну, в пустыне-то, да, ну, я просто выбрала вот эту. Там есть, я специально перевела эту статью, то есть нам IFPA предоставили, то есть вот из Британии, из нашей федерации, где было запрещено официально в Америке, вообще, ну, то есть это официальный документ, просто который на русский язык. Источник, там я тоже ссылочку дала, что они не имеют права называться этим диетическим классом, им это запрещено. Более того, выяснилось, что у них даже не было предоставлено никаких доказательств в плане их исключительно терапевтической активности. Это вы все можете увидеть в Инстаграме, у меня там на страничке вы увидите. То есть это вот на самом деле умеете отстраиваться. И если вам говорят, а почему ваши масла нельзя пить, и ничто у вас некачественное, прямо, вы знаете, вот сидите, прямо говорите, потому что ваша безопасность для нас, для Greenway, превыше всего. И мы в первую очередь думаем о вашей безопасности, а не о том, как бы обогатиться. Потому что если мы сейчас вам надаем рецептур, пить эти масла, вы у нас их будете покупать каждые 2 недели. А для нас прежде всего ваша безопасность и ваше здоровье. Вот, по детям вопрос. Смотрите, до года, по последним данным, то есть это вот вообще прямо настаивают, до года никаких эфирных масел. Но видите, у нас нет в коллекции гидролатов, то есть, ну, вот есть такое понятие гидролат, это цветочные воды, только гидролаты малышам. К 2 годам мы подключаем, можем, вот из нашей коллекции, да, из коллекции гидролатов, только масло лаванды. С 2 лет осторожненько мы можем, вот я уже говорила, розовое дерево, лаванду мы можем, бензоин использовать. Имейте в виду, что масло эвкалипта у нас, хемотип идет, глобулус, ну, то есть разные есть. А вот эвкалипт глобулус можно использовать только с 6 лет ребятишечкам. Апельсинчик можете с 2 лет. Но смотрите, вот знаете, самое главное нужно понимать, чем меньше ребенок соприкасается на кожно, не дай бог вовнутрь, что там творят. Вот, аромалампы для создания психоэмоционального фона. Вот используйте в первую очередь ингаляции, да, вот холодные ингаляции, дыхание с платочка. На кожно до 6 лет максимально ограничьте. В крайнем случае, когда ребенок заболеет, то есть нужно смесь там для растирания, для груди, то есть там, ну, вот от простуды противопростудную. Для ежедневного, для постоянного использования используйте метод ароматизации помещения, но в крайнем случае метод холодных ингаляций, но не наносите на кожно, потому что то, что делается, то, что творится, поверьте, мы профессионалы за эти годы, мы потом разгребаем. Вы можете себе представить, во Франции зарегистрировано несколько смертельных случаев вследствие назначения внутреннего приема эфирных масел. Это официально. Разгребают-то потом мы, врачи, а не они. Поэтому, ну вот, причем врачи, которые прошли именно специализированное обучение. Если вам дают возражение, что, а это же вот, ну, как врач там, вот, если это врач в качестве дистрибьютора, но он не проходил обучение в аккредитованных школах, где очень жестко следят за всем этим, он не является ароматерапевтом. Он является врачом, он может быть уникальным врачом-хирургом, там, неврологом, но с точки зрения ароматерапии, то есть он не проходил специализацию. Какие есть? Риана, выдержали? Не слышно. Так что, ну, задавайте, ребят, вопросы, успевайте. Так, сколько мы дадим? Ну, давайте вопросов 5 я могу ответить. Голосом можете задать. А то он там он весь ухихитался, понимаете, сейчас закроется Zoom, и я не увижу ни одного вашего сообщения. Смотрите, для аромадиффузоров смесь не нужна. Аромадиффузор, у них есть вот фитиль, специальный там идет фитиль. Капайте на фитиль, а вода-то уже в емкость наливается.
А там специально защищенный фитилечек, причем он должен быть сменный. Нет, никакие не надо там эмульгаторы. Единственное, имейте, пожалуйста, в виду, если вы используете аромадиффузор, и если у вас там осталась вода, выливать после каждого использования. Как только он... Иногда я видела, встречала, что, ну, как бы, вот накапали, воды налили, не все же использовалось. Через сутки включают опять. Это рассадник бактерий, и вы, наоборот, вы получите просто страшный негативный эффект. Ну, то есть, наоборот, еще хуже сделаете. Поэтому всегда, то есть все, что не использовано, выливаете. То же самое касается аромаламп. Аромалампу наливаете теплую воду. В емкость она должна достаточно быть, ну, это вот идеальная как бы пропорция у меня, она специальная. То есть там 10-12 сантиметров от свечи до чаши. Наливаете тепленькую воду, не горячую, чуть-чуть теплее комнатной. И, как я уже сказала, 6-8 капель на 15 квадратных метров. Здесь свечу зажигаете. Время экспозиции 2-3 часа идет. Потом выливаете, вот все, что осталось, вымываете, выливаете, чтобы ничего не оставалось. То есть это вот очень-очень важно за гигиеной смотреть. Псориаз, ковид. Ага, псориаз. Ребята, у меня есть, ну, видите, я работаю с этой проблемой, у меня есть и свои собственные разработки, и все, ну, это такая тема. Чтобы кратко, вот просто кратко, очищающая программа месяц, противогрибковая программа до года, может быть, особенно фунгистоп. Смотрите, вот прямо программа противогрибковая, 3 месяца, и дальше просто даже монофунгистоп, прямо пропиваете не менее года. Если говорить по эфирным маслам, бергамот, масло псориазников его еще называют. Поэтому и плюс генетические тесты смотрите. Дело в том, что там очень нужно смотреть по белку. Это целая отдельная тема по генетическим тестам. Однозначно боди нужно сделать, потому что там очень многие вещи, которые даются в этом генетическом тесте, ну, есть что разобрать. Вот, поэтому, ну, это кратко, ну, потому что вот такая тема. Я, видите, я еще сертифицированный нутриентолог. В 90-е годы проходила при 4-м управлении по делам президента в области нутриентологии. Курс делился на 3 части – фитотерапия, диетология и применение БАД в клинической практике врача. Поэтому БАДы для меня с точки зрения биохимических процессов, для меня технология очень важна. Сегодня расплодилась куча нутрициологов. Нутриентология – это наука на стыке фармакологии и фитотерапии. И у меня классическая школа. И то, что сейчас происходит, ребят, тоже, знаете, когда вот эти ахер там или еще что-то, именно с их подачи даются огромнейшие дозировки, невероятные дозировки. Вот в этом отношении я вам точно могу сказать, когда разговаривала с Шумиловым, слушайте, точно знаю, что вот все, что у нас выпускается, это четко по нормативам, это четко по нормативам. Есть одна уловка, если вы обратили внимание, очень хорошая уловка, которая делает наши БАДы суперэффективными. И когда вам говорят, что у нас дозировочки маленькие и вряд ли они будут эффективны, они очень эффективны, говорю, как вам специалист, потому что там экстрагирование трав. Это экстракция. То есть, если просто измельчить, допустим, 100 грамм сырья, вот просто измельчить, да, не на выходе получить 100 грамм, то методом экстракции мы можем заэкстрагировать не 100 грамм, а 100 килограмм. Да, и на... Ой, юрист Евгений. Слышно меня? Ходящий звонок просто прошел. Вот. Экстрагирование трав дает нам невероятное конкурентное преимущество. Ввести оптимально высокие дозировки с максимальной эффективностью. Это уже как нутриентолог вам говорю. В голове у меня много. Вот у меня, знаете, как дочь сказала, ты обязательно ребятам скажи во второй половине февраля,
пусть смотрят, подключаются. Мы такое бомбическое, Наташа, что ты от меня хочешь-то, ты что там задумала? Она говорит, мам, у тебя все в голове, все есть, я у тебя просто вытащу так, чтобы вот для гринвейвсов, для людей, которых вот сегодня им просто заморочили голову, я, говорит, из тебя все это вытащу так, чтобы ты смогла это подать, чтобы у людей хотя бы прояснилась картина, как это должно быть на самом деле. И еще, знаете, один момент там, ну, бывают, вот знаете как, ну, иногда эфиры по эфирным маслам, да, которые идут на Greenway Style, бывают там иногда, ну как бы, скажем так, неправильности. Одна неправильность, которая, вот услышьте, пожалуйста, одна девушка там даже меня, знаете, как в чате, я потом даже в личку писала, что, ну, не надо так грубо. Вот смотрите, на животных есть аромафауна, это вообще отдельная вещь, по животным используется ароматерапия, но это нужно знать как, но это не значит, что не используется. Я про другого, про гомеопатию. Ребят, эфирная ароматерапия не то, что гомеопатия не совсем с ароматерапией несовместима, она несовместима только с некоторыми маслами. Это, ну вот из коллекции, это мята. Цитрусы вы можете смело с гомеопатией использовать. Ну, там вот я говорю, что это мята, это розмарин, это чебрец, это черный перец, но у нас их нет, это шалфей. Все. Это несколько позиций, то есть это несколько масел, которые не сочетаются с гомеопатическими препаратами. Все остальное можете смело использовать. Понимаете? И поэтому это неправильно, что человек, ну, у нас просто выпал пласт, я просто обратила на это внимание, человек гомеопатический препарат принимает, а тем более сегодня, вот представляете, есть некоторые гомеопатические препараты, которые в аптеке позиционируются, то есть человек даже не знает, что гомеопатический купил, а потом, когда читает инструкцию, а он масла, у него паника, да, ну, пусть он использует. Просто, ну, вот с мятой, с розмарином, да, не сочетают. Вернее, как, хуже не станет, они антагонисты, они нейтрализуют действие друг друга. И все. Вот понимаете? Все остальное можете использовать. Используйте розовое дерево, бензоин, цитрусовый, кедр. Смело используйте, все будет хорошо. Там глобальные вопросы, раковые клетки, ковид. Вот самый простой вопрос, который ты сейчас можешь успеть ответить, это для профилактики простудных заболеваний, что лучше, чтобы не болеть, и дети в том числе. Для профилактики при простудных. Однозначно это масло эвкалипта, однозначно. Однозначно масло розмарина, чайное дерево идет. А вообще, вот, чтобы не заморачиваться, вот, правда, ребята, искренне говорю, это аромароллер иммунитет. Вот я в самом начале начала говорить, вы уже поняли, что тонус каждому из вас нужен. Вот слушайте, супергерой, не дай, я вам такую секрет раскрыла, не дай бог хотя бы одного из вас не будет тонуса. Вот прямо буду отслеживать вас там на годовщине, специально для вас там, да? Аромароллер тонус, да. А я что сказала? Аромароллер тонус. И, конечно же, вот смотрите, прежде чем вот поедете туда, в эту толпу, мы все поедем. У каждого в руках аромароллер иммунити, который прямо можете под носиком нанести. Можете нанести на ладошку, и ваши ладошки – это самый лучший индивидуальный ингалятор. Нанесли сюда, носик закрыли и вдыхаете. Просто вдыхаете этот интенсивный аромат. Если, не дай бог, где-то какие-то… Кстати, иммунный аромароллер – это великолепное средство против акне. Потому что там кайпут на йоле, если проблемная какая-то кожа, вы прямо точечно можете наносить вот этот иммунный аромароллер. Если говорить про смесь притяжения, слушайте, смесь притяжения специальная, она так и говорит, для того, чтобы люди к вам притягивались. У меня, допустим, дочь, когда идет презентовать бизнес Greenway, она без притяжения вообще не идет. Она говорит, я сама себя ощущаю, я вижу, как люди располагаются. Гармония, но это еще косметическое мощное средство, которое там можете и на куперозик нанести, на проблемы, морщиночка где-то есть перед тем, как крем нанести там, или еще что-то, вместо сыворотки использовать. Я вам просто к тому, что денег кучу можно сэкономить. Да? Аромароллер, в смысле, пишут, что аромароллер через 1-2 часа уже не ощущается. Да, я об этом говорила, это не духи, это не парфюм. Он не ощущается, но действие он несет до 12 часов.
просто вы не чувствуете. Вы его не ощущаете, вы его не чувствуете, это нормально, это вполне нормально. Просто когда идет острое состояние, вы можете каждые 2-3 часа, ну, допустим, герпес, да, вот герпетический, вот там даже каждый час, вот просто наносите, только-только чувствуете такое покалывание, и начинаете, ну, и, конечно, БАДы параллельно. Вот, смеси, ну вот я говорю, что аромалампа, окружайте себя эфирными маслами, вот я перечислила розмарин, чайная дея, да слушайте, вообще любое, абсолютно любое масло можете использовать, и вы будете защищены. Ну, я думаю, что вам и так кучу переваривать всего-всего-всего, правда? Я организаторов попрошу, потом вы мне хоть дайте обратную связь. Было ли полезно то, что я вам тут давала? Обязательно дадим обратную связь и обращаюсь ко всем ребятам. Ребята, напишите во все чаты вот ваши отзывы развернутые. Мы сделаем скрины, отправим Ларисе. Вот, потому что колоссальная информация. Я думаю, вы все довольны. Я-то как доволен. Потому что ароматерапия – это магия. Это реально магия. Я вас предупреждала, что как вот, если, вот я честно скажу, я недовольна. Знаете, почему недовольна? Вот вы можете себе представить, я даже 1/10 не дала то, что я для вас подготовила. И это вот когда вот, ну, это моя беда, это правда, это всегда, вот как бы я всегда хочу дать больше, но я прекрасно понимаю, в один прекрасный момент нужно просто остановиться для того, чтобы дать переварить эту информацию. Мне кажется, у вас достаточно, да, сегодня я вам дала информацию для того, чтобы все это переварить. Поэтому вам удачи, будем дружить. Очень, очень рада была встреча со всеми с вами. Ну вот, пришлось мне выйти из тени. Я так немножечко, я говорю, что я нигде не про регалии свои, ничего. То есть я так тихонечко наблюдаю за этим процессом. Иногда пытаюсь где-то что-то там направить. Но, кстати, натыкаюсь. Вот, кстати, очень показательно, когда, допустим, вору. Я почему в чатах никогда не пишу? Я только начинаю писать там. Вот вы даже себе представить не можете, очень часто с хамством сталкиваюсь, еще что-то. Ну, в смысле, что, а кто вы такая? А вот там. Ну, я как бы, я не конфликтный человек, зачем мне идти? Инстаграм, арома рай.ру, без точек, без сил. Напиши там, Саша, пожалуйста. Арома рай.ру. Сейчас. Ребята, в анонсе есть Инстаграм. Все есть, все ссылки, которые вы получали, смотрите внимательно анонс. Мы прописали Инстаграм, подписывайтесь на Ларису, все есть, вообще все есть. Вот даже скинули в чат сюда, вот, для того, чтобы было удобно. И... Ну, как только книжка появится, ну вот смотрите, там на самом деле она очень большой помощник, потому что ну реально, то есть я там очень все развернуто, там и описание, и рецепты, куча фишек, еще там, ну как бы идеи, там очень много идей таких, и можно ритуалов очень много проводить. Я прямо там даю вот эти вот магические эротические ритуалы, как там это можно, представляете, да, то есть это вот вообще целые такие, знаете, как девичники-мальчишники, да. Срочно понизить температуру, берете столовую ложку миндального масла, 10 капель лаванды, 2 бергамота, 2 эвкалипта. С головы до ног прямо мажете полностью, раз это ребеночек, то есть когда взрослые, там даю точки, когда зоны лимфоузлов, здесь полностью на ребенка наносите, а подмышки берете вот старые две салфетки, которые косметические, ну вот которые, ну вот были с наночастицами серебра, смачиваете их очень хорошо и подмышки прямо прикладываете, ну то есть вот по одной салфеточке, и полностью все тело. Это не таблетка парацетамол, то есть это не моментально, постепенно увидите, через 30 минут можно повторить, через час увидите вообще совершенно другой результат. У нас там внуки, вот я говорю, я бабушка 5 внуков, и у нас они еще вам, знаете, как могут целые лекции прочитать, и они уже прямо знают. Почувствовали температурка, маслами обмазались, положили себе там салфетки на лоб, везде. Прямо, ну вот это просто замечательный рецепт, поэтому раз это срочно, прямо вот давайте. И питье, иммунный сок давайте тоже. Дочка у меня давала с года.
Ну вот младшей внучке с годика давала, и очень четвертый. А? 2 эвкалипта, 2 чилипта. 10 капель лаванды, 2 эвкалипта, 2 бергамота. Написал в Инстаграм. Там кто-то написал. Арома Райру. Это слитно. Ну что ж, мне было приятно с вами познакомиться. Теперь до встречи. Будем уже, знаете, как встречаться на годовщине. До свидания. Благодарство огромное. Спасибо вам большое, Лариса. Очень-очень полезно было. Ребята, все используем для поднятия товарооборота. Вам еще раз огромнейшее спасибо. А вы мне потом обязательно скажете. И вот я там называла, вот будут звонить вам. Вы уже сейчас знаете, да, как? То масло. И все, вот как бы не вдавайтесь, берегите свои нервы и их нервы, и все будет хорошо. Она зафиксировала по поводу там повышения квалификации. Конечно. Да. Альберт сам не знает, да, на что он сейчас подвигнул, но вот и я прям за тебя буду болеть. Спасибо большое, спасибо вам огромное. Ларис, благодарствую от всех, огромная благодарность вам за вашу работу, за ваш труд, за вашу информацию. Ребята напишут отзывы, мы обязательно скинем, и мы отправим вам запись тоже. Вот сейчас ее выгрузим. Спасибо. Она тоже была. Благодарю, отпускаем вас. Вот, всего доброго. До свидания. Да. Всего доброго. До свидания.